Всем привет, ребят, с вами Киса, это вечерний подруб и Creative Distraction. Я решила сегодня чуть-чуть порасслабляться в данную игрушку. С вами два моих дружочка, Саша и Тёпа. Скажите здравствуйте, ребята. Всем привет. Да, сегодня мы решили отдохнуть, вот так пофаниться в КБшечку а-ля Mobile Service, да, я так понимаю, все-таки, но только на компе. Бесплатная находится в Steam, если кто еще не в курсе, но хочет отдохнуть, пофаниться или поинтересоваться. О, кстати, видите, на заставке прям этот телефончик нарисован. То качайте прямо сейчас, смело, она в доступе, наслаждайтесь, играйте. Блин, я же на старой клавиши живу, на новой клавиши живу. Я сейчас не смогу строиться. Что-то у меня анимация не нарисована. Не пойму. А, вот теперь прорисовалась. Опачки. Ну и? Тут меня нет. Наших. Ха-ха. Где наш? Наших нет, говорим. Наших нет. Не витаминка. Вот это был русский, кстати. Девочка русская была. Не Юлов. Нет, нас украина. New Love. Очень похоже скин на Сону. Команда выбросила. Чё, прыгаем? Вот в это давай. А чё, три метки стоят? Это не наши, да? Я понял. А, это просто помечают сундуки. Да. Лишь пофанимся, не позабоимся. А это не золото, да? Это простое КБ? Да, это простое. Ага. Я же что размечталась, золото и подавай. А мне нравится там собирать золото и командой работать. Кто быстрее насобирает. Хоть какое-то разнообразие от обычного КБ. Я поставлю следующий. Сколько ждать примерно сундук? Я буду ждать, полечу к сундучку. Так, что у нас тут? Опа. Забыл, на какую букву здесь собирать, на F, куда, по-моему. У меня на F какой-то кролик выпал, прикинь. Кролик? Да, какой-то кролик, типа ловушка, что-то похоже. Фу, мне какая-то... А, ну синяя ж... Синяя пушка попалась. Слава тебе, господи, хоть что-то. Где сундук, он еще не упал? Так, АВП уже убивает всех, я смотрю. Открывай припасы, вон. Открываешь? Чё это? Оба. Стреляется, что ли? Да. Где? А вот не пойму, у меня очень хреново слышно. О, передо мной, челик, ребят. Вижу. Я не вижу. Что там хоть дробь интересная есть? Кто там? Тише. А че вот этот шар не открывается? Наезд зажми. Автоматом открывает. Там идет посередине прогрузка. Золотой калаш, интересно. Золотой калашик. О, снайпа золотая. Ничего себе, тоже хочу золотые пушки, алло. Тихо. Я не успел собрать, он уже все похватал. Мастер был. Скар нужно, ребят, синий. Нет, у меня такой же. Вижу чела. Бежишь? Где? Передо мной его там. Вот, нокнул его. Был чел, нету чела. На 165 он там, не один, скорее всего. Кис, он давай. За... Будик, чё? Не беги вперед, давайте командой пойдем. У меня ракетница есть. Я разнесу сейчас. Ну, отлично. Айс справа. Не вижу из-за кустов, нифигашеньки, боже. У меня вот просто так. Кусты перед лицом. Разнес все. Япаю. Тупые кусты. Поднимай. Толкнем спиной, а из-за того, что камера долиная. Вот... Е! Ну где, господи, Е! Там посмотри, как там строится. Поднимаю. Да я поднимаю! Степ, я поднимаю, отстань, я первая начала.
Это мое тело. Поделить рез не могут тут еще. Так, подхилься. А, хилишь уже. Че это у нас? О, золотая фиолетовая скорелька. УЗИ. Костюмчик на Е, хочешь? Костюмчик. Да он уже пошел дальше лутаться. Это же креатив дистракшн, понимаешь? Здесь все надо делать быстро. Это да. Игра располагает. Что это такое? Ловушка пчелиная. Кстати, никогда я ни разу не взял с телефонной версии. Че это? А, господи. Все испугалась. Ну как бы нет, детали, чтобы если что-то стену поставить. Ну, ставь, я строить не буду, поэтому стройте сами, сколько хотите. Да, ты не строишь, я помню. Да, я не любитель строить. Так, а мы в зону хоть бежим, нет? А мы в зоне есть. Да. Где-то стреляют, по-моему, или топают. Я звук подкрутил, поэтому нифига не слышу. Там крышу разбираешь? Ну, я все разбираю. Мухаммед! Мухаммед, вот как ты думаешь, здесь сколько ботов играет? Ну, как обычно, половина. Сзади, на НВ. Суперника убила токсика. Там такой корабль, я бы хотел на корабль залезть. Пойдемте на корабль залезем. На яхту ты имеешь в виду? Ну вон да, вон на тот. Да ты сейчас стрельнул? Проверял. Да, да, я проверял, что за пушка просто. Это дробовик. Будик, не отставай. Так, как туда залезть? Я предлагаю его разобрать. Построй стенку. Стенку построй, залезу. Точнее, не стенку, а этот. Эх! Ой. Спасибо. А тут ни хрена нету. А слово совсем? Совсем, да. Кис, броня нужна? Да, наверное. Ни хрена себе, я за один раз весь корабль засосала? Кто там, с кем, ребят? Я стрелялся. Иди ко мне сюда, броню возьми. Томми. Да взяла, взяла. Кого ты убил? Бота или человека? Да фиг его знает. Где-то Саша еще стреляется. Вот Саш! Ты б хотя бы не молчал. Я не могу. Тут ходит. И что, ты говорить не можешь? Отвлекаю, да. По кнопке. Я строиться тут не могу, ты еще бегаешь по кнопке. Там еще сундук есть, будем сундук? Собирай. Ты этот... Не, я один туда не пойду, он далеко. А нафига ты такую большую платформу делаешь? Чтобы в небо попасть. Я, понимаешь, я не мог сказать, я пытался выцелить чела, в которого ты стрелял. За то, что тут не ходит... Мозги немножко ебут. Извиняюсь за выражение. Ну хоть что-то должны же поебать, ну что-то прям. Ну, хоть кто-то и хоть что-то. Да. У тебя нормальная половая жизнь. Радуйся. Армора нет. Плохо очень все. А, я понял, тут кустам лучше вообще не подходить. Почему? Они... Подойди чуть-чуть спиной к кустику и поймешь почему. Из-за куста ни хрена не вижу. А мы вот эти домики лутали, ребят? Да. Не факт. Мы. Ну, Саша, может, залутался. Ну, здесь вот я вижу труп чей-то. Так, о, ну, вот этого чела первого. Небесно-синий спортивный костюм. Хотите? О! О! Я хочу вот эту пушку. Юмпик. ВХС надо? ВХС зеленый есть. В доме чисто. Вот, ох, с прицельчиком.
Так. Как бы не в зоне, да? Да, мы не в зоне, нам идти в зону. Пойдем покатаемся. Машина! А, вражеская машина? Да. Эй. Меня кнопнули. У меня патрон кончается. Ай, Саша, помогай. Нокнули. Я стараюсь. Пока. Супер Ника нас убила. Здесь еще машина, кажется, есть. А я такую машину сел, думал, вы мои услышали. Нет. Я не знал, что в этой игре есть машины. Если честно. Такая же фигня. Ты сдох, да? О, да, тут есть там и машина, и... И этот... Какой-то, как он называется-то, блин? Да, я всего лишь одного убила. Степа двух, а ты трех. Кех, 13 место. Ну что, давай дальше. Это еще не конец. Встань и сражайся. Так, наберите 100 очков дружбы. У меня пока 4 очка. О, да. Не знаю, как где очки еще фармятся. Готовьтесь. Режим медали? Это что-то новое? Это собрать медальки команды. За убийство соперника получаешь монетки, за свою смерть теряешь монетки. Так, а это? Временная скидка, скидка недели. Окей. Чё это? О, я дарю тебе монетку, и тебе дарю монетку. Какая-то щедрая целую монетку. Да. Получите, распишитесь, алло, недовольные еще какие-то. А как это делается? Френд нажми, там возле френда справа идет типа монетка. Нажимаешь монетку. Но и. Она у меня серая. Значит, нельзя дарить. Она у меня серая. Целых 10 монеток собрал. Не. Так, что еще хотела я? Что я хотел? А, у нас магазин, там можно что-нибудь купить? Сундучок. Я не понял, вот валюта 4000 или 250, это ж монета. На что они тратятся? На можешь в магазин зайти, там купить сундук себе, там может либо шмотку, либо скинцы. Там прям зайди, наборы, и там сундуки, видишь. Там два этих сундука. Так, сундук. Не могу пока купить. Я хочу вот этот такой скинчик. О-о-о. А мне индейец нравится. Мне на мужика ничего не нравится. Вот на девчонку есть прикольный скин, полицейский. Получить. А это что? О, я фея! О, я маленькая фея! Я ночной ворон, я убийца в тени. Я дурочка с ножом. Блин, а это кто? Ребят, я попугая нашла. Серьезно, попугай? Скин на попугая. Точнее, скин как попугай. Нормально. Да. Я могу. А то я стою эпично. Это главное. Согласен. Так, я смотрю, за бесплатный боевой пропуск вообще скинов не дается. Все за донат. Он для донат. Ну, логичненько. Можно было хоть какой-нибудь скинчик дать. Ну почему ты же покупаешь сундуки за простую валюту? Же. Логичненько.
Так, а чё у меня тут за... За игра такая? Какая там игра? Да у меня стоит Far Cry, а у меня не Far Cry же сейчас. Где у тебя Far Cry стоит? На сайте, на Far... короче... На стримкрафте есть такой сайт тоже для стримеров. У меня там целых 4 подписчика. А чего вот эти всякие говняшки? Че ты говняшки не получаешь? Он у тебя почта, настройки, друзья, что-то все горит. Пусть горит. Тут надо привязать почту. Мне лень это делать. Здесь мне надо отправить каким-то двум еще чувакам, которого. Я даже не знаю, кто это. А, это какие-то наши. Ну хрен назад, короче, их нет, в сети 7 дней назад были. А, забрать золото могу. Все, что ли? Че так мало? Все горит, у меня, говорит, все горит. Душа у меня горит, понимаешь? Душа. Ох, давай запускай обычный режим. Очень долго будем ждать, я так чувствую. Похоже. Непопулярный, наверное, такой режимчик у людей. Очки за красоту у меня 15. Ты красивая на 15, понимаешь? А ты на сколько? Не знаю, где посмотреть. Вон... Что-то прячет дискашн? Да. Да, справа вверху там этот, такие три песчинка. Так, ага. Слева... А место свободное есть, нет? Да. Да. Слева... Слева... О, а мы стартанули. Ха-ха! Ой, я хочу полетать. А как полетать здесь? О, лук! Лук! Я хочу посмотреть лука. Он не очень. Он долгий. Не, лук на самом деле нормальный, если он не стреляет. Не, в том плане, понимаете, что здесь перезарядка долгая. По сравнению с тем же автоматом, то ты сдохнешь быстрее, чем перезарядишься и стрельнешь еще раз. На луке 100 патронов всего. 6 раз. Зато, по-моему, с одного удара простреливается этот, да? Меня здесь нет. А чё не вижу их флаги, ребят. А вот у этих вижу. Русских нет. Стиляга. Это он стиля. Monster Hunter. Команда. Так. Давайте сюда пойдем. Пам-пам-пам-пам. Каждый раз новый комментатор. Чё, вы уже прыгнули? Да. Ну, хорошо летим. Тан-тан-тан-таран-тан-тан. А? Аккаунт с ПК-версии, фото с мобильной версии на ПК-версию можно перенести пока? Да, через BlueStacks. Всем привет, ты вспотеешь там играть? Привет. Привет. Так, ваш ничего? Наша ничего, замечательно. А что там две места? Почему вы на стрим не заходите, не пишете? Чего вы все сюда заходите? Мне не хватает разговоров на стриме. Валите на стрим разговаривать. И валите, говорит, во. Спасибо! Я жду, когда у вас как-то закончится. Стреляют. Так, что у меня здесь? Да, я думал спросить, есть ли местечко пострелять. Ну вот уже заняли только что. Так там же пятером можно, нет? Пятером разве? По-моему, четвером нет. Пятером можно? Там пятером же. Там нет. Же звено. Не знаю, короче, мы, нас сейчас трое, человек еще не подсоединяется. Если можно пятером, то заходи, мы не против. Блин, мне даже стрелять, ребят, нечем. Есть чем стрелять? Да, есть. Да ой, с другой стороны, ребят, вон меня стреляет, а я не могу.
А ты с пушки его, с пушки. Да, засосать? Да. А! Сволочи! Их там двое они было. Эти сволочи опять убили. Нет, конечно. А! А! С другой стороны, еще! Все! У меня есть пистолет! Еще слева, слева на 165 в доме прыгает. 165 в доме прыгает, если что. На втором этаже был. Вон он сломал, поставил под плот, точнее. Вон! Слева откуда-то. Ребят, у нас здесь вот тут. Вон, бежит! Вижу, и не вижу. А у меня пистолет. Все. Блин, дайте мне чем-нибудь зарядиться у них. Как дела, как настроение? Спасибо, хорошо. А, прости. Я тебя убью. Ну, спасибо за пушки-то хотя бы. Алло, а то хоть что-то. Ну, правда, рабаш. С кем там еще? Да я пытаюсь выпулить это еще легко. Серьезно, три выстрела? Да ты охренел. Апнешь его? Я думал, где он, в доме? Угу. Он посередине прям стоит под лестником. Вон, смотри. А! Ну вот как хорошо играть на с этим с дробашом. Степа, на тебя вся надежда. Степан. Еще не все дождите, пока вас реанимируют. Степа, давай, тащи. Что? Киса, посмотри, у тебя нет у нас в стриме пропуск кадров, что-то у меня подлагивает. Не, написано все хорошо. Зеленым. Вы его убили, нет, ребят? Еще кто-то стреляет, сразу скажу. Сёп, ты его убил? Он лежит, ну сидит. Сейчас тебя апну и его добью. Окей. Где-то на 15 лет стреляет. А, вот вижу, причем близко. Добил? Нет? Там, на 345 стреляется. Я иду. Но я далеко. Пытаюсь, Стёп. Все, молодец. Стараюсь. Чё и Саша где-то подбивает, а? Есть что-нибудь другое, а? Не, ну дайте мне такой... Саш, плачки, макияж, и это день наш. О, пистоль. О, 4 кило. О, пятый бежит. Саш, ну поделитесь со мной хоть чем-то, а хорош самим все тырить. Хорошо, что я прибежит. Они сами бегут. Так, щиток. Они бегут по полю, словно чумачечи. Саша, где? Дай тоже присосаться к чакре. А, ты живой. Я думал, тебя нокнули уже. Живи. Саша, соси, Саша, себе хп. Не хочу я... Патроны. Патронов нет, нифига. Да, так, бинтов нет. Что? Я могу дать. Здесь бинты лежат, я их не могу собрать. У меня их полно. Фулка в моем доме. Ну я хиляюсь пока что. Это что такое? О, наконец-то хоть что-то. Давайте. Вот так. Соберем вот сюда, поставим. Это сюда. Так, у меня есть теперь прицелка. У меня теперь снайперская пушка. Мне бы скар обновить хотя бы синего. До фиолетового. Вон квадрик стоит. Армора, как всегда, нет нифига. Нужно больше патронов. Так, на что? Мне бы скорострелку дальнюю. Могу дать. А как скидывать оружие вообще? Опа, он меня стреляет. А, вижу его. ВХС. Да попадешь и ты. Собака. Дай мне патроны! Так, дайте теперь. Привет, ГОСТ. Чё аптечки не взять? Чё фиолетовым? Где-то сейчас его друзья придут. Прикрываешь? Уже стреляют. А это ты. Да зачем ты их нет, ты во строй глотаешь? Их вроде ничего не добывается. Где вы, друзья? Ты мусорка или друг его что? Ты мусорка, говорит, или друг? Мусорка это. Сплошная мусорка.
Гост, как дела? Я про тебя что-то вспоминала буквально полчаса тому назад. Что-то я гост. А там Creative Destruction карту не обновляли? Нет, по-моему. Мы же не шарим. Мы же нубы. Мы же не играем в эту игру. Прям сейчас не играем в эту игру. Надо армор срочно, ребят. Надо. Согласен. Ну пойдем в те домики. Тебе кискорострелка нужна. Нифига себе, что у тебя на голове? Конь. Живца. Ты ладно. Есть, это а? Конь. А, я себе калаш взяла. Ну и ладно, у меня золотая была. Ну давай. Она лишняя? У меня скар есть. Золотые. Какой? Золотые? Синий. Есть. У меня золотой только калаш. На скорострелку, блин, что я за тобой бегаю? У меня же ноги-то не стальные. Накачанные. Оп-оп-оп-оп-оп. Это этот же. Это снайперка. По нашему стреляет, если что. Почему снайперка? Это винтовка вообще. Ну блин, я бегу посмотреть. Что нам смотреть надо? Убивать. Все? Угу. Или там еще кто-то ползает на плоту. Не. Я тут такая, главное, бегу посмотреть, а мне раз перед лицом, два перед лицом, блин. Сейчас какая опять машина прилетит? Приедет? Все, может быть. Can I play... Будь бдительнее, поэтому нужно. А, десайд стрим будет? А должен быть десайд стрим? Если хочешь, я могу снайпу дать. Нет, у меня золотая снайпа. Ты мне дал золотую снайпу, еще раз говорю. Снайпа, это винтовка. Ну она с прицелом. Обычно что ли? Автомат нужен был. My name is Rich Boti. Bauti. Nice to meet you, Rich Boti. Нам в другую сторону идти, в зону. Да. Как здесь вытаскивается, ребята, этот? Скажите, пожалуйста. На чем летать? А, доска. Левый контрол. Левый контрол. Я присел. Левый контрол, ага. So catch on. Где нам найти для начала? Full, it's full. Ну да, начало. We have full party. Sorry. Надюша, был убить Надюша, слышите? Ой, я вижу человека. Убивай. Двадцать дамаг. Че, еще не убили? Ну, Орех, ну какашка ты такая, а? Я тебе помогал. Я вообще какими-то пузырями стреляю. Я тут главное. Забирай его лут. Это был мой кил, я его нашла, я его приходовал, ну. Эх. Что здесь такое, патроны? А ему стрелять-то особо не с чего было. ДТР, что такое? 12-е это. Как сайга. Как сайга. Вижу чела. Где? Перед собой. Мы? Вот тут стреляется. Тут была. Тут была броня, я ее себе забрала. Хочу скар на нормальный найти себе. Золотой, что ли? Хотя фиолетовый. Если честно. У меня какая-то недоснайперка фиолетовая. И золотой калаш, но на калаш патронов нету. 90 патронов и на калаше. Осталось 25 игроков, ребят. Там, блин, можно по воде чуть быстрее передвигаться. Шашлык какой-то. Нет, по воде трудно передвигаться, это же логично. Запрыгивай, запрыгивай. Слышь, это подсоби мне, это. Слышь, подставь. Эй! Почему ты засунулся? А я как? Так, тут. Доска. Доска, кстати. Понять бы, как тут уровень поставить. Я же ее нашел, почему я не могу на ней ехать? Вот я тоже не могу на ней ехать, хотя я тоже ее находила. Мы в зоне. Мы в зоне.
Так, десейт, зачем тебе десейт? Расскажи, пожалуйста, Франк. Франкс. Чё десейт? Чё? Чё ты про чё вообще? Ну, он написал, когда будет десейт стрим. А ты десейт стримила? Нет. Вот я и спрашиваю. С чего это? Домик зачистим, проверим. Давай. Выхожу. Доска еще одна. Соска 2. Доска 2 соска. Забирай. PSG 1. Кис, а ты орех не играла, Кис? Играла, конечно. И как, чё? Ну, как орех. Че могу сказать? Как твой? Нет, у меня получше. А чё ты доску не взяла? Видите, ребят, видите, вон там постройки. Там люди, значит. Были, по крайней мере. Не факт, что они. Привет! Но если там рядом трамплин, так что не факт, что они там. Ну, там много построек, там были люди. Давайте так скажем. Ну, может быть. Хай-хай. Трлупа. Hello. Hello. How are you? I'm fine, thank you, and you? Fine. Ебали стрельба, хрен поймёшь. Такой у нас очень содержательный разговор на английском языке был. Да. Вы хотите к тем домам? Да. Вы хотите кушать? 18 осталось, ребят, 18. Что вы делаете в моем холодильнике? С тобой все хорошо. Вы хотите кушать? Нам бы в зону. Сделай мостик, пожалуйста, до тех камней. Попробуй, давай. Я сделал уже на втором этаже. Меня перекрывает немножко, если не обращаешь внимания. Ты что сегодня курил? Я был с работы только. Ты что сегодня курил на работе? Если бы никто ничего не курил на работе, это было бы прекрасно. Тогда иди покури, по-моему, тебе нужно это. Да. Идут к нам, откуда стреляются? Со спины где-то. Вон, вижу, по-моему. Да, звено на 5 человек. Вижу. На 150. Стену розовую построил. Я его кнокнула. А, вижу. И откуда ты еще? Опа! Откуда? Не пойму, справа откуда. Откуда-то справа на 300. А, вот я вижу. Убили их? Да. Да. Там он ползет, человек. Кнокнутый. Значит, убила. Еще где-то есть. Да. Привет. Привет, ребят. Остается где? Всем привет. Сейчас, секунду. Чатик не вижу. Там бежит кто-то прям. Дай направление. Где? А, вижу. Напарник бежит. А теперь ползет. А дополз. Теперь лежит. Да, не дополз. А теперь улетел. 10 игроков. Шел, упал, прилег. Вижу, направление 30. О, спасибо за подписку. Подписчик. Подписчик, здорово. Орел, кнокнулся. Как они летают? Вот объясните, пожалуйста, в этой игре. У тебя на F-ку стоит, видишь этот рюкзак такой? Вот ты его ставишь, и с него можно прыгать. Опа, по мне пропал. Плюс еще есть такие трамплинчики специальные. Куда? Так же, там же. Живая, попал, подайте по мне. Давай. Заражьте, да. Прикрываю. Чё это сейчас забыл за звук? Это я. Полит. Это я стрелял. По-моему, он уже бежал. Привет. Нет, он там еще.
Где, наверху? Да, вы ползает. А он один там, что ли, остался? Да. Осталось 8 еще живых. Да. Сволочь, пробил мне всю броньку. Он слышал. Тиска, стройся. Не, вон там Саша стреляет. С другой стороны кто стреляет, ребят, не пойму. Но мне кажется. О, машина приехала, да. Ребят. Машина. Да. Прям под ним. Еще кто-то стреляется. Вот. Справа откуда-то идет. С Е. Одного нокнул. Вон, с Е, ребят, один человек. На Е. Убила. Как дела? Нормально? Хорошо, окей, все, хорошо. 4 человека вот эти последние остались. Нет, да, вас двое, а и так, не лечиться надо. Вас двое и последний, то есть один остался. Вон он запустил себя. Я лечусь, ребят, я не буду ничего делать. Вижу, летит. Прям на меня летит. Кис, ну съешь аптечку, сейчас ты бинтуешься-то. У меня потрошки. Она последняя. У нас зона. Экшн просто бомба. А то! Секс-бомба. Чем ты все говоришь? Стреляет, а у меня патронов нет. Поставь ты этот патронов. У меня на винтовку нет. Тебе какие нужны? Оба! Сверху, ребят! Нас 345. Средний калибр. Это тот последний, чувак. А, вот он строится, прям наверху. Здесь патроны. Зона, бегите, зона сожрет. Там прям вышка построена. Кто-то еще есть? Нет, он один остался. Ай! Кто? Нормально. Где? Он там, на вышке, наверх ползает. Я пока... Спрыгнул! А, добил меня. Ты его рашил, что ли? Ну, пытался. Он наверху. Да. Саш, ты где? Саша вперед идет. Иду к тебе. Перебинтуйся, кис. Сань, подожди, сейчас перебинтуйся. Хорошо, я не спешу. Я оформил лайк, подписку. Ой, спасибо тебе. Ты прям настоящий любитель кисок. Надеюсь, по крайней мере. Последний. Серьезно, в прыжке? Рашит? Да ладно. А, он на этот, на макрос. Где? Да блин! Возьмись, где? Сверху? Рядом. Снизу, понятно. Снизу. Ага! Сволочь. Почти. Друлуба. Ладно. Я его просто не видел. Приглушайте. Саш, давай, оформим. Я снял запрос. Тик-тик-тик-тик-тик-тик. А кому ты запрос сделал? Ты любитель котят? Аплоу или Аксоу как-то. Степа, давай оформляй. Аплоук. А это тогда кука, да? Нет, просто я забыл ник именно. Ариох. Вот. Ариох, он Ариох. Просто Ариох? Да. Извиняюсь. Это как обычно, это русский язык английскими буквами. Так, я пригласил. Ты где? Принять. Угу. А меня, Сань? Ну, пятый может у нас здесь быть? Да, да, там... Вино на 5 человек. Вино. Ты же Донаган, да? Да. Все замечательно. Yeah. Это я. Это что за покемон? Это я. Надеюсь, ты котят не в шаурме любишь? Под перчиком и солью. А кто? Слушай, я не у тебя спрашивала, я вот зимнего. Ну и ладно. Клингейма. Не разговаривай со мной. Так, ну теперь делаем ставки, насколько быстро мы найдем себе Тиму. Точнее, матч. Так, ну и пользуясь моментом, ребят, хочу пригласить вас всех присоединиться к нашему супер-мега-теплому дискорду, где нахожусь не только я, но и куча других не менее интересных стримеров. Да, и даже вот такие зрители, как сейчас со мной сидит в канале, человек. Ну и, в принципе, всегда готов с вами пообщаться, поиграть, ну или, как минимум, поделиться интимными фоточками наших зрителей. Почему мне
никто из них не возникает. Каких? Я никому не слал. Вот, ну, что за фигня? Даже не поддерживает весь интересный... Так я никому не слал, даже не фоткал. Уже неинтересно. Сань, зажигай, Сань. Мужики не танцуют. Пацаны не плачут, пацаны суд глазами, да? У игры явные проблемы со звуком, как и, в принципе, во многих мобильных играх, которые играются на ПК. Я не знаю, насколько есть такие проблемы в мобильной версии, но вот как слышите прямо сейчас, да? Звук тупо пропадает. Пропадает, да. В мобильной версии я сколько играл, не было такого. Ну вот я заметила, что по папку играет уже мобильную версию, вот такие проблемы со звуком, что и здесь тоже, не знаю, может это локализация под комп, как говорится, пострадала чуть-чуть. А у меня только это танец. Донаган, ну скажи, почему у тебя плоско в штанах? Это нормально? Он у меня по горизонтали. Угадайте слово по горизонтали, 5 букв. 3 буквы. Это не на Х. Банан. Писюн. Фу, быть такими. Вон. О, у нас одна девочка переоделась, теперь стала розовым мальчиком. Ну, в принципе, логично. Ждем играть. Ну, мы вообще-то ждем. Или нет? Запускай. А запустили, нет, вообще? Саша, по-моему, наверное, нет. Курит, по-моему, нет? Нет, не запустил. Я тут, я говорю, что, в пятером можно играть, что ли? Да. Ну, здрасте, жопа, Новый год, мы все ждем и ждем. Алло, давай. Я запустил еще. Слова на... слова на 5 букв, это хрня. Нет. А, не на горизонтали. Так, что у нас тут, забрать золото? Зачем ты отменил подбор? Киса! Шо? Это не я! Зачем ты это сделала? Надела платье белое. Я хочу такие же ушки, как у вот этого мальчика слева, ребят. Розовые, миленькие уфки. Если долго не заходить в игру, их дают на 7 дней. А долго это сколько? Месяц, два, три? Месяц, 3 недели, где-то так. Месяц, 3 недели. Ставь таймер, Кис. Да, все, с сегодняшнего дня. Чатик, что ли, сюда поставлю, где-нибудь будет торчать. Закрывать этого танцующего дядю. Тебе нравится. Амахасла. Вот на мобильном версии у меня есть нормальный облик. Лобби. Не, ножки с этим костюмом смотрятся, да. Кис, как твои дела, Кис? Я спать, удачи вам, 101, спасибо тебе, сладких снов, спасибо, что зашел. А как у меня дела, да, все замечательно, вот видишь, у нас не готов Ореох опять, вот что за фигня, да просто, ребят, давайте уже найдем эту игру. Это тупо бан. Все, репорт игнор и вычеркиваем из любителей кисок, во. Будет записываем в это в стан, так сказать, любителей катанов. О, Степ решил поменять свой облик. Степ, но у тебя все равно плоско в штанах, если что. И у тебя не по горизонтали какой-то у негра. Ой, простите. Осуждаю. Так, давайте аккуратно, а. Осуждаю, да. Это плохо, это плохо. Мне кажется, или у меня маска какая-то стоит? Так, а почему вы поменялись местами? Я не понимаю, почему у меня сейчас зайчик стал справа, а не слева? Нет, он слева стоит. У меня он справа стал. Посмотрите на стрим. Теперь у меня чатик прикрывает зайчика. Кстати, да. Это не просто так. Вот там, в принципе, смотреть не на что. Там розовые ушки, ты чё? Так, забрать. Самое интересное, это у него розовые тапочки. Окей. И? А, я не успела. О, кайф. Игра найдена. Я так понимаю, нам теперь будут сейчас давать тоже 5, да?
у меня еще не прогрузилось. По 3 патрона тратится. Что у меня одето? 50% есть. ВХС. Это ФАМАС, я так понимаю. ВХС это ФАМАС. Да. А какого тебе первое лицо? Где первое лицо? У меня третье лицо. F1. Спасибо. Итак, тут мы есть? Нет, тут нас нет. Да тут девчонки одни с хвости, с ушками розовыми, заметили? Мы слишком бомжи для них. И одни турки. На лошади! А ты что, до этого ты не видел последний чел на лошади делать? Да? Макросник хренов. Макросник хренов. Он может направо полететь. Отметка на карте. Где? Куда вы? Налево. Я до сих пор 54%. А прыгаем-то? Уже прыгнули, да, все? Да-да, на S вон клетка стоит. Так, тудысь, вон, тудысь летим. Я, походу, один играю. Че это? Нормально. Да у меня 54%. А-а-а, нет, ты не один, ты с нами, но ты до сих пор не вышел. Я на остров больше прыгал. Или вы все на острове? Может, баганулась? Да, кстати. Лети, ну лети, лети. Лепесток через небо на восток. Так, не хочу быть от первого лица. А не поменять. Поменяла? Поменять как же. F1. F1 же построить, нет? Нет. Нет, G построить. Ну, настройки построек. Так, раз я вижу. Потратил все ресурсы. А, хорошо. Бронька, дробаш. Ну, такой себе, еще и серый дробаш. Чё, Рёх, хуже ХП нет? Какая-то маленькая. Я споткнулся. Как сегодня этот. Зашла к Хаке, он говорит, тут у меня было, говорит, шёл, нечаянно упал. Чё? Ребята, а как меню открыть? Вот уровень первый, и там 30 материалов. Г. Спасибо. Рядом со мной кто-то бегает, ребят? Не видно. Для чего нужны вот эти вот головоломки деревянные? Объясните мне, пожалуйста, до сих пор. Г нажми, и можно из них что-то крафтить. Г? Английский, да, Г. Кто мне там стенки ломает? Саша, не пугай меня так. Я ресурсы добываю для прокачки левела построек. Тут две волшебных сыворотки. Ну, кола. 100% счета. Трамплин. Сделать. Оба-на. Зашел полутаться, пусто. Так, я сделала, по идее, трамплин. Где он у меня? Теперь. ДТР. Меню F. Должен быть, по идее. Угу. 50% счета. Щиток. Супер. Фу. Я теперь с фулом, но у меня нормальной пушки нет. У меня есть два калаша. Зеленый с синий. Зачем тебе два галаша? Лишние револьвер и ФАМАС. Чё, взял, то взял. Штанишки. Ну их нахрен. Ой. Привет, Степа. Привет, привет. К медведю не хочешь сходить в гости? А чё там? Там есть что-нибудь вкусное? Не знаю, но большая, видишь? О, байк. Я хочу покататься. Садись. Ой. Я покатаю тебя. На чем вы там катаетесь? Ладно, далеко не буду кататься. Мне интересно, на чем ты его там катаешь? На своих 4 колесиках. Мы в зоне, да? Да, пока мы в зоне. Я вижу. Ох, как я не попадаю, какой у меня разброс жуткий. Нокнут. Это один есть. Второй да. Там их.
Опа! Не трогай мою броню, сволочь, для тебя я себе. Режим стрельбы у ВХС. Никак нет. Не уползать, тараканчики! Так, нормально, это что? Юмпик? Все забрали, все забрали, сволочь, все. Так на этот авто. О, скар серый. Ребят, надо кому скар серый? А как поменять вид из глаз? F1. F1. А если не F1? F1. F1. Мы спины на постройке F-ки. Так, они были не одни, ребят. Еще получается 3 человека должно быть. Так, надо кому здесь синее? Ой, зеленое. Броня. Нет, ребят, надо кому броня? Нет, пол. Первого лица бери. Для чего волшебный ящик? Давай. Для скопления брони. О. Он пустой. Чё? Ну, ты просто еще не набил. О, подожди, чё нашла? Там набить надо. А чё, 3? Раньше 6 было. Нет, не то нашла. Даже телефонная версия 3 было. Так, это что такое? Нет, я помню, когда я играл, там 6 было. Ну хотя бы аку давай. Как использовать скин, блин? Если ты его подобрал, то подпрыгиваешь и Ctrl левый. Ага. Что это такое? Фиг не полно, я не собираюсь. Первого лица играешь, бегаешь с калашом, как будто зашел в КС-ку телефонную версию. Да. А вид я не могу поменять, потому что ни хрена у меня не на F1 стоит. У меня там постройки стоят мои. Смотри на стройки. Я не могу найти, я посмотрел. Вообще, я запустил режим от первого лица, так что тут нельзя менять, позвольте, да. Настройки, управление. Стреляется. Так, ребята, аптечка нужна. Ну ладно. Боже, даже он понял. Он на пляже, добить его. Он еще живой. О, да. Можешь как-нибудь сделать так, у меня теперь у меня снайперка есть. Не удерживаться на прицел, чтобы я просто включу прицел или нет. Чё, кого вы убиваете там, ребят? Дайте тоже присосаться в вашей чакре. Ну, я хочу тоже поток маны и скиллов получить. Есть какой-нибудь средний? Могу калаш стать золотой отдать. Давай. Хреновенький. Лучше со старым побегу. Почему? Средние патроны есть? Какие? Средние. Хрен знает, на калаш у меня 165 патронов. Как раз таки меня не интересует немножечко. У меня всего 80. А я не умею делить их, если честно. А вы можете пока... Че у нас? Че у нас с Донаганом? Я не очень понимаю. Я тоже не понимаю. Я пытаюсь к вам идти. Ты у нас жив-здоров, тебя там никто не любит? Пока живой. Целый и невредимый. Ну мало ли, может он убегает, а за ним такая толпень, знаете, из десятерых такая бежит, типа, с калашами. Он такой бежит, у него один этот... Дробовик. Чувак, на 255. Где? На 255? Не очень вижу. Да, он меня прикрывает он. А, вон. Будик добил его. Со спины ко мне вышли гости. Вижу. Да не видишь. Был человек и нет человека. Вот так, ребята, все и заканчивается в нашей жизни. Вообще нема. Кого нет? Ресурсов. Опа, еще стреляет откуда-то, вижу. Есть броня тут есть, если надо. У меня фулка. Понял. Кому броня нужна? Ну, ёшкин котик, дайте присосаться. Донагану нужно, он далеко.
Донаган, беги на четверку. Я близко. Да-да-да, беги сюда. Зачем? Я тут рядом. Броня. Тебе броню дадут. Дадут. Вот. Дадут. Дадут. Потом догонят. Да, еще раз. Дадут. Не, красавчик, я с ним броню поделился, а он взял и уехал просто. Эй! Ты куда полетел? Розовый... Саш, орел в другой стороне. О, ребят, вижу чувака. Я не вижу. Да вот, передо мной на 60. Я все равно не вижу отсюда. Все, а нокнут. Я сейчас присесть что-то не могу. На контрол. А, на контрол. Сейчас нас я переставлю. Донаган на тачке катается, как мажор такой, от домика к домику. А чё мне ходить туда-сюда пешком? Осталось 25 игроков, господа. А, нормально. Есть лишние ресурсы у кого? Добывай. Тебе чё, пососать неоткуда? Ты посмотри, сколько здесь домов стоит. Нет, это понятно. Не ленись, Жопкинс. Знаешь, с одной стороны вопрос, да, а где они все? Ну, карта чувак большая. На... Чувак на 300. На сколько? 300. Вижу. Тебя ты там позицию заняла. Нету чувака на 300, врете все. Вот, там только какой-то лут валяется и все. Никакого чувака не вижу. Все врете, все врете. Донаган уже побежал за лутом. Да, сразу падки на лут, а ты посмотри. Я так понимаю, я в качестве разведчика выйду. Я сейчас посмотрю, на какую кнопку метки ставить. Дайте хоть одного убить, а. Я вообще только двоих нахуй. Дальность атаки, радиус, бла-бла-бла. Чего замечен враг? Где? А как ты это пометил? Нет, это нечаянно просто. Как ты пометил? R русская и потом один, если враг. И там разные. Боже мой. Но сама метка не отображается. А, тогда фигня. Сообщение. Гоу сделали. Кому калаш золотой? Вижу, чела бежит. Ты мне так и не дал. Где? На N. А, я не вижу, у меня стоит. Откуда стреляют по нам? Окно. За стеночкой. Там, один. Там еще дальше были. У меня патроны кончаются. Может, вы назад отойдете немного? Мы не воюем там. Что такое? Да. У меня зависла игра. Двое около меня. У меня игра зависла, убил у меня. А где Донаган? Не вижу. Вон они там. Игра красная. Оба. Трое. Строится. Это весело задорно. Стёп, к тебе. Пониже спускаемся. Я же к вам пойду, подхожу. Ты не туда построил, я... надо назад построить. Ай. О. Прямо возле меня, чувак. Он здесь живые, здесь я. Ну конечно, вот будет. Тупой. Ой, блин. А как меня дошли? Нормально. Быстро они, я их даже не заметил, когда. Я лечился, я ничего не знаю. Меня вообще шоты сняли. А что с Сашей стало? Саша вылетел. Саша вылетел, когда убил. Просто убивая пятого человека, меня выкидывает херам. Никудяйки. Вообще бред. О, Саша, что за скин? Что за скин? Работящий. Да. Какой заплатящий? Строитель был. А, ты не видела, что ли? Нет.
Ну я там из какого-то чела поднял какого-то, бегал в нем. Забавно же, бегаешь, дерево сразу. Донаган, ну выходи, да? Орех, выходи, давайте готово. Не тяните время. Секунду, да. Ready to fight, так сказать. Ready to fight. Что это было? Спасибо за подписку, это был... Ой, ой-ой. Все на русском, все на русском. Так, что я хотел? А. Так, еще одна подписочка прилетела. Спасибо за подписку тому, кто это сделал. В общем-то, ну и мы продолжаем. Балдеж. Минут уже ожидания, хотя по факту у нас заявлено 0.58 всего лишь. Ха, обманывают. Это норма. А че у Франкса за значок? Что у тебя за карта такая? Расскажи, что за страна? Евросоюз, по-моему, ООН. Ты с Евро? Ваше имя вселяет ужас в сердца врагов. Расширьте радиус поисков. Чего? Это как понять? Сань, ты, кстати, сейчас снизу можешь поменять от первого лица или от третьего? Нет, давайте от третьего. Ну, так ты хоть как бы вселяешь сердца врагов ужас, да, но как бы не во всех. То есть они смотрят на меня, пугаются, говорят, о, боже мой, да? Ну да. Не. Yeah. Надо чувствительность настроить. Вот, получается стрельба. Надо чуть-чуть выше стрелять, да? Все-таки здесь есть баллистика определенная. Мне интересно, машину уничтожить. Давай попробуем. Видимо, нет. И нас опять здесь нет. Печалька. Короче, зайки нынче не в цене, да? Да вон там зайчиков полно. И опять Dark Shadow на лошадку. Да, Dark Shadow уже была. Топ мамки ноль донатеров. Поставьте. Не предлагаю. А что ты сундуков и нет? Ну давайте сюда. Поехали. Око не полетим. Око? А где? Не. Не думаю. Че, на парк? Ой, далеко я что-то лечу, ребята, я не долечу. О, откуда летит розовый передо мной? Да долетаем мы до парка. Не вот долетаем мы до парка. Ну давай в лунную эту. Подо мной, вот давайте сюда, вот где мы сейчас все. Блин, он что-то перелетел. Народу сразу говорю, много аккуратнее, берите лук сразу. Да, народу много. Я до вас не долетел, но я до вас буду бежать. Да блин! Я понял, я умер. Ну что ж ты прыгаешь, алло? Есть. Да подождите! Наконец-то! Ай! А я тоже теперь без оружия, да? Поднимите, кого там, Франкса, поднимите, ребят? Франкс уже все. Нет, у меня уже все, да. Добили. Все, там еще бегут. Спереди. Блин, у меня пистоль.
Я залутался, бегу к вам. Так, он за деревом стоит, вниз спустился. А рядом с тобой шагает. Да умри же ты. Слева от тебя там, по-моему, было. За камнем. Еще один. Ничего ползи, себе! Ползи в дом. Бегу! Ползем вместе! Ребята! Там сос! Меня. Сос! У меня так не стрела. Сос! Бегу! Бегу как могу. Бежит добивать. Да. Что? О, там еще чувак сидел. Ай! Нет, я жить хочу! Просто мы пацаны выбрали, не долетели, еще и пили мясо. Донаган, живи! Да. Я к тебе ползу, может там. Есть какой-нибудь писькострел такой? Нет, у меня уже там был пистоль всего лишь. Давай, я. Если что, осторожнее, у одного там дробовик был точно. Подбегай, достреляй его, у тебя же есть чем пострелять. Степа. Там дробовик, не лезь на рожон. Справа. Нет, тебя справа бьют. Степа, справа. Он с дома. С моей стороны сейчас зайдет. А нет, он с кем стреляется? Он со Степа стреляется. Не-не, он в доме бегает. Я в доме, в втором этаже где-то. Ой, вот он передо мной. Добил. Да, вон. Все, он умер, видишь, улетает. Это кто-то... улетел. С другой Гудик. Стороны еще там стреляют, как-то кажется. Все. Пипец, блин. Петух! Это был петух! Очень неудачно, мы, так сказать, в мясо самое упали. Так, мы по одному убили. А вот Франк с Донаганом. Фу-фу. Да меня самого первого. Фу-фу, просто. Ребят. Ну, конечно. Ты меня пролагала, я полетел вообще в какой-то этот. Дедри меня с УЗИ убили. Готовьтесь. Там что-то корабль начал падать. Меня это как-то испугало. Поэтому мы, в принципе, высадились в разных местах. Все, значит. Ребят, все забрались? Да, все, у нас пошел поиск. Ну что, балдеж. Давайте не будем больше далеко летать. Кто поставил? Летели все, никто не долетел. Я не знаю, балдеж, кто поставил. Балдеж. Кто это? Предатель, кто нас просто променял? Он играет на команду врага. Я не знал то, что не долетим. Ему доплачивают враги, по-любому. Мы играем 4 минус 1. Все играют 4 плюс 1, мы играем 4 минус 1. Ну все, заклевали, пацана, ребят, заклевали. Ну ладно, не очкуй. Мы хорошие. Особенно Донаган, который, извините, мне после сегодняшней работы что-то покурил. Очень хороший. Я Карлсон, который живет на крыше. О мой бог. Я, походу, там не просто и тортики употребляешь. А то. Варенье не то ест, понимаешь? Так оно забродившее, вот в чем прикол-то весь. Поэтому он стал как Паша наркоман? Да. Так, ну что ж, ребятки, все, кто только что присоединился, с вами Kiss, Creative Destruction, ну и такая мини теплая команда из ушастых мальчишек. Мальчишки-любители котят. Я заяц. Я заяц. Орёх научился наконец-таки танцевать, мужики, говорит, не танцуют. Как Саш, давай, присоединяйся. 4, security и я. Научите танцевать, нет. Пацана. Ну вот у тебя кнопка танцевать, видишь внизу? Я не умею, я инвалид. Подтанцовка. Может, синхронно, да. Давай попробуем как отменить. Хороший свой член, теребить. Давай. Подожди, сейчас закончит Франкс, подождите. Да, он еще раз может нажать. Да, готовы? Давайте. Раз. Два, три. Ты не командный игрок. Меня танцулька кинула.
А, в соло потанцуем, нормально. Танцуем одиночку, буги-вуги. Выделился, да? Давайте, я навел, давайте писать все. Считаю. Давайте, раз, два, гоу! Степа чуть подкачал. Специально на стриме посвящаем. Кисы, четыре мужика. Напоминает картинку, знаете, белая кошка вокруг черной коты. Ага. Белоснежка и семь гномов. Четыре гнома. Где еще трое, ребята? Три гнома, один заяц. Интересно, а эту машину можно сосать? Нет, она не уничтожает. Кис. Че это? Меня клинит! Что? Тебе лишь бы засосать. Да, что-то же надо засосать в эту пушку. А че, в нее сесть можно? Да. Ну, я пытаюсь, но мне нельзя. Где она? Так, минуточку. Орех, я хочу тебя засосать, стой! Ааа. Ну и нас опять-таки нет. Опять никто не попал. Сомбреро. Что за голова странная такой? Это конь. Я в такой бегал. Какой-то киберконь. У нее золотое яичко. Киберки-конь. Ой, что, сейчас у них мало. Я предлагаю не мясо. Да, тогда. Сюда? А что за дракон там? Рядом с вами прям. А, это чувак со скином. Что, сюда летим? Давайте сюда. Да-да-да, давайте. Я должна прыгать. Все в разные стороны полетели. Че это? Нет, все туда летят. Все туда летим. Вон Домиган меня догоняет, смотрите, догоняет. Мы летать будем, метки уберите, пожалуйста. Я не знаю, как убирать метку, поэтому меня не проси. М-код в крайнем, в правом верхнем углу. Да, метка и минус. Красный. Большой красный минус. Уху, ускорение. А я надеюсь, вы не на гору там прыгаете. А куда еще? Вон на дома. А дома это не город? Нет, я про горы говорил. Там гора была. Горы нет. Ну, хорошо. Чем выше горы, тем ниже приоры. У меня лук. Все, давай, будешь нас этим Робин Гадом. Лук, это лук. Делай замечательный бомбический лук, пожалуйста. Мой английский is very good. Look, it's look. Бамба лук. Ба-ба лук. Кто-то смотрел тот фильм? Наркоманский. Какой? Бабадук? Все бы ничего, но я из него стрелять не умею. Да, я видел Бабадук. Так, я... наркоманский фильм, ужас просто. Я смотрел... Так, что-то город, дом стоит, тропа нет. Да, типа того. Да. Тупой фильм ужасов. Ух ты, что я нашел. Я посмотрел почти все существующие фильмы ужасов. Современные. Где-то видел мемчик в ВК про то, что о том, как одинокая женщина говорит, сколько смотрит она ужастиков. Так вот, после того, как я оценила свой набор фильмов, которые я посмотрела. Ох, спасибо за... Стреляют. На 300. Спасибо за рестрим. Так я поняла, что я очень одинокая женщина. Вот, я договорила. И урона мало. О! Это что такое вообще? Я не знаю, без понятия вообще. Поэтому выкинул. А это... Тут лута нету. Понял, да? Ага, горим? Горим? Я испугался то, что минус хп. А, да, у меня минус хп, между прочим. Да, пробегаешь там минус хп, и ты горишь тоже. А, у тебя попа горит. Мне кинуть этот бинты. Мне нечем лечиться вообще. Как выкинуть? Как выкинуть? Да, как выкинуть? Кого? У кого там уже Домиго убивает? Там еще бежит снизу. Опачки, еще раз, что это было? Зажал. Хорошо. Мне надо одного добить, потому что у меня вообще пушек нет. Ни пушек, ни патронов нет. Мне пока нечем хилиться, ребят. Я тебе кинты же кидал. Нет, я их не видел, подбери.
Как их скинуть-то, блин? Скажите, я скину в аптечке. Инвентарь зайди. А, у меня есть та аптечка. Боже, выпал калаш. На, забирай аптечку. У меня УЗИшка заряжена, да? Боже, пустая. Патроны есть, аптечку возьми. У меня вообще ничего нет, я ничего не нашел. Ты калаш классный тем же. Так, нет. Он любит скары, я тоже люблю скары. Ну, найду скара, дам скар. Скара на домах лежал на 105. Метка отметить. Машина, кстати, есть еще или нет, ребят? Давайте проверим. Да. Рукава покатать. У меня синяя приора. Бэмс. Ну садись, 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 давай. Блин, что там происходит? Знаете, стреляют еще. Так вот, по мне стреляют. А! За спины где? Вот видишь ли постройки? Вижу, фланг там бегает. Да. Вижу и не вижу. Так, это наш? Просто все перегораживает. По мне стреляют. Это я. А! Я испугался. Че это такое? Че это такое? Дайте что-то. Один калач с 40 патронами. Ой, че это такое? Ну-ка дайте. Отойди, пожалуйста, эту розовую пушку хочу взять. Ну. А это энерговинтовка? Фу. Заберите у меня лук, пожалуйста. Да выкини его. Давай. Я же Робин Гад. Ладно. Это лук? Огнемет. Так, попозже как-то. Лук я брал. Где кто? Где кто? Кто что скидывает? Где лук-то? Лук, говорю, забрал. Я XM могу дать. Кого? Ребят, мы возле зоны находимся. С этим каким? С прицелом. А, нет, спасибо. Так. Тарам-папам. Вот где я облюю. Так, я вижу стрельбу. Стреляют, стреляют. Откуда? А, за деревом на 15. Стрельба на 15 где-то сверху. А вот снизу, снизу, снизу около. Я вижу. Дайте мне с него, пожалуйста. Ой, как же меня ведет эту пушку, а? Жесть, она мне не нравится. Хочу ее сменить. Хорош. Пожалуйста, дайте с него. Ничего нет. Дайте хорошо, тоже с нее, пожалуйста. Ты как же таки пылесосил, да? Че я пылесосил? 20 патронов. Справа, 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 на вещи. Вот хотя бы его дайте, на 4 патрона. Тоже патронов нет вообще. Я хочу снайперку. По зязе. Мне бы патронов. Как нашел? А патронов что? Никого нет. На что? Какие? На лук. Патронов нет. Какой калибр патронов-то надо? Давай, 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 давай. На калаш. Самые большие. Семерки. Кстати, огнемет тут тему жесткая. Думаешь? Тут у нас патронов. Стреляют. Стреляют, стреляют, 240. Двое. Далеко. Я могу вам только вот так побить, потому что я ни хрена никого не вижу. Один. Это был, ребята, бот. А чё народ так много? Нет, у меня промо. У стримеров. Чай, 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 беру чай. Бинтезай, блин, я спал. Ну и чё? Чё вкусного есть? Есть чем синенькая какая-нибудь скоралька? Ну или хотя бы зелёная? БТР есть зелёная. Не хочу. Это что такое? Патроны. Патроны есть семёрки или нет? У кого-нибудь? Семёрки? Да, семёрки, да. Это что за ликвидатор? Нет, семёрок нет. О, я хочу её!
пожалуйста. Это снайперка. Это не дискорд лагает или что? Ох, это скайп, это снайперка. У меня что-то вы нормально все разговариваете, не знаю, ребят. Я красным светится. Ребят, есть у кого две глины? Привет, Аморчик, кстати, как у тебя дела? Расскажи. Ты уже готов к стриму? Давай поднимайся. А, у нас зона идет. Вас там встречают. Отлично. Лень доделать подписки. Сдохни. Я а полезна? Я... Чё у вас там? Мне бы это... Самое. Да, он подлечись. Тут не жалует, у нас есть аптечки есть. Возьми. А? Возьми аптечку. Аптечка? Да, там аптечка была еще. Да, у меня это... Деньги есть. Не показался, я слышала шаги. У тебя на миникарте отобразилось бы. Шаги? Где там? А. Саня, есть патроны 7.62? Так, я сейчас этот поставлю. Кресло. У меня есть 90 штук. О, не нужны они тебе? Нет, у меня нет семерок. А чё спустились? Ой, в смысле, нет, нет поставлю. Этого. Сейчас пушки, заберу. Пушки с семёрками. О, сундучок. Что это? РПГ самонаводящийся? Ребят, хотите самонаводящийся РПГ? Нет, спасибо. Откуда стреляют? Ай. А, ребят, нужна бронь. Нет, спасибо. Францу нужна. Черри. На 30 у нас. Да, а, нужна. Но, ну, спустил его. Тут еще подлетел, еще подлетел. Да. А, патрон. Ай, блин. Не вижу нифига откуда. Да у нас здесь. А патроны кончились. Не знаю. Наверху. Он у меня тут, он у меня. Домик, домики, в домике, а, наверх, на крыше. Надо мной, надо мной. У меня. Дешево, добей его. Хорош. На крыше один был, ребят. Да-да, хорошо. Подними, блядь, подними. Это, я твой. Вот он тут, вот. Со мной рядом. Блин, я... Потом? Не успел, да? Да умри ты, сволочь! Прикрылись. Ака. Сейчас стреляю. Сзади, сзади стреляет по вам. Вижу. Ай, да что ты, блин? Где он? Свои. Близко, по-моему, не? А разве не под нами где-то тут? Не, наверное, не. Не думаю. Ой, зона. Это зона. А-а-а. Нет, живи. Как там борды взять? На которого не фига. Контрол. Не левый контрол, это точно. Так, по мне стреляют. Правый? Не правый. Спереди откуда-то. Это все тот же чувак, который убегал. Я там кресло поставил, если чё. Ну, у меня патронов нифига нет. Весело, сейчас буду с луком бегать. Хорошо, что снимается по зона. А вроде плохо. Тут сундук есть рядом. Пользуйся РПГ. Где тут чувак, а? Три глины. Где тут чувак? Кис, пошли ко всем, кис. А где все? Через мост уже пришли. Немножко напал средний. Раз 25 игроков. Что? Я же залутался на дне. Средние это какие?
Со спины где-то. Со спины летит, 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 со спины пролетел. Ко мне прилетел. Поставься ты, блин. Меня кнопнули. Да, видим. Господа! Он привет! Красный, он красный. Я сейчас трамплин поставлю. В смысле енотка не звала? Ты вообще сегодня ливнул из моей группы? Сейчас подниму. А, кого, кого ты поднимешь? Подними с меня лут. С меня лут подними. Он устроится. Я хитовал его, он красный очень. У него минус 60 дал. Еще я минус 40 только что. Ай-яй-яй. Веришь, ты там умрешь? Слева, слева, слева. Бесят эти постройки, если честно. Бесят. Розовый на синий, синий. Что победит? Розовая или голубая? Голубая или розовая? Е-е-е. Саша победил. А, в полете нужно гжать КТРЛ, чтобы завязалось. Боже, я не знаю, у меня нет патронов, я просто дико не хочу. Вы с меня сняли, ребята? Какие тебе патроны нужны, ты мне скажи? Я средний. Ну средний какой, скажи, семерки, пятерки. 5.56 калибр? 7, стой. Ребят, у вас зона, двигайтесь. Семерки, у меня было 90 штук, еще раз говорю, вы с меня залутали? 56, скорее всего, я убежал в зону. О, трамплин чей-то. На, уии, ребят, спасибо за подписку. Спасибо за подписку. Куда не звала, пришлось ливнуть, чтобы обратить на тебя. Ну, конечно, да-да-да. Ко мне подойди, я тебе 5... Ты что горишь? 40 просто миллионов. Саш, ты что делаешь? Ну, пукан поджигаю просто, видишь, так, без палева. Адреналина не хватает. Опа, стреляется. А у меня нифига нету. Говорит, весело. Ко мне подойди, я тебе 5 дам, еще раз говорю. А кто ты-то? Донаган, Донаган, вот он перед тобой. Вот я рядом с тобой. На. Вот здесь вот есть что залутать? О, хрена сколько лут, сразу патронов. Вон, писал, есть что залутать? Боже, что такое? Там был юмпик. И, по-моему, калаш, если не ошибаюсь. Калаш я взял. Да, у меня все равно бомжатские все пушки. Ну да, это вам не залатывает. Откуда? Слева, слева. Поздно. По миникарте рисуется, по идее, нет? Нет. Блин, помогите сверху, короче. Сколько, вон, вон слева, видишь, бегает вон. Двое отравили где-то так. Уже не бегает. Трое было. Двое осталось, по-моему. Угу. Сейчас, ребят, 7 старый, человек, по-моему. У вас 4 человека живых. А сейчас они замерзают. Ой, вру, 4-5, вас же двое. Что за них замерзают? Трое. А, трое живых. Да. Все забываю, что я смотрю за Good Times. А чё за замерзайка, я так не понял. Ну типа пьёшь и веселишься. Вот слева, слева на НВ бегает. Прыгает, я бы сказал. На НВ? На 300 примерно. Да. Постройки синие, видишь, зеленые. А, понял. На фанксом свежу. Там дроп перед тобой. Я вижу, я на него бегу. Это арморчик и доска. Арморчик тоже хорошо. Там. Ты рашить решил? Может, зарашу, нет? У них там четверо, скорее всего. Есть глина, нет, ребят? Да. Кинглис. Минус один. Осталось трое. Все будет, но не сразу. Минус трое. Ассисяй, привет, Линса. Подожди, кто-то. Вот на наган? Да. Понял. Франк, тебе лечиться надо. Понял. Опа, на, Донагана чпокнули. Донагана. Апайте его или нет? Давай, с этот вниз спускай, блять. Откуда? Откуда? Не нет. Стоит не спускаться. Не спускайся, не спускайся, не спускайся. Не стоит. Хотя, мне как его поднять, если он не спустится? Нелогично тоже. Спускайся, да, спускайся. Давай, давай. Взрывают. Вверх. Блин, подожгли. Блин, тут ошметки летают, такое ощущение, как будто это что-то кто-то летит. Взлетел, взлетел. Понял. Куда? Там? Воздух. Он один передо мной строится. Угу. Полетел. Опа, упал. Сейчас, 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 зарашу. Вон, вон, внизу.
Блин, перепутал. Дробовик надо было брать. Окей. Опа. А, блин. Сейчас буду с ним снайпить. Ха! Фу, быть таким. Божечки, что такое? Что случилось, свинца? Строительство, 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 сплошное строительство. Как это бесит. Их осталось трое, ребят. Двое осталось живых. Двое, трое. Наших двое, врагов трое. Фу, не пришло ша... Что? Не пришло шать? Это как понять? Минус один. Один остался, ребят. Ну вот он тут. Двое осталось. Двое, 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 двое. Один остался, один. Вон, какой один, стены, ребят? Все стреляют. Один. Наших двое и еще один. А, нас двое. Еее! Поздравляю! Вы победили. Йо-хо. Первый топчик за сегодня. Молодцы. Просто молодцы. Так, я на время побить посуду и хлопнуть дверью. В смысле? Я думал, что не я. Кто закругляется у нас? Не я. Вы что, все расходитесь? Енот! Работа. Енот, залетай! А, Линсу, залетай тоже. Чтоб ты не обижался. Так, ну все, я пойду. Все, всем доброй ночи. Да, тебе спасибо всем, кто уходит. А я и тебя пригласила, енот. Слышь, добавляй меня во френд, слышишь? Енот. Так, лидер команды, можешь мне передать лидерство или нет? А он уже утёпал? Так. Я пока здесь. Нет. У вас уже 4. Здесь команда из 5. Кто у нас еще ушел? Донаган, да? Да. Да, Донаган. Давайте, ребят, я вас пригласила. Енот, ты меня слышишь или как? Нет, не слышу. Фу. Слава тебе, Господи, он меня не слышит. А Good Times у нас это кто? Good Times это Саш, который сейчас ушел. А. Ну как вернуть? Так, забрать. Пригласить. Окей. Я ж тебя пригласила сейчас только что в пати, я вас двоих пригласила. Нет, мне не пришло. Еще раз. Пригласить. Пригласить? Зачем обучение? Нет. Ты ж, по-моему, со мной играл в эту игру. Раньше. Это я тебе ее показал. Я не буду вдаваться в эти подробности, кто там кого что показал. Чуть важно. Так, ребяточки, ну пока мы ждем медлительного, просто медлительного енота, хочу вас всех пригласить в наш супер-мега-теплый Discord Stream World. Должна быть ссылочка прямо под стримом нашим. В общем-то, заходите, залетайте, общайтесь, играйте. Ну или потный Саша затопил соседей. Чё? Кем? Чем? У тебя там что-то текло, ты затопил соседей? Ну-ка иди быстро всасывай. А, потом, тогда все нормально. А, пропитывай. Не всасывай, пропитывай. Вот. Сегодня скачал Паладинс, поиграл. Прикольная такая игра. Не буду всасывать. Я тоже на днях играла. Прикольная такая игра. Да, я и так тоже. Ранки взял. Чего ты взял? Все ранки уже. Все ранки уже пропал? На ком мапаешься? О, шикарный наряд. Только открыть. Фу! Я не помню название этого снайпера. Внимание на ком. Ёшкин кот. И белая вспышка на 3 дня. Фу. Что за белая вспышка? Думал, на пушку скин. А. Понятно. Ну что там, долго ты еще в обучении? Приглашай меня давай. Очень шикарный. Я согласен. А, подожди, а где все мои эти? Что? Блять, опять что ли, отмену сейчас поле. Какого фига Саша серебро 3? А где все мои костюмы, сука?
Ну, оно все с Анова началось. ПК-версия, держу в курсе, там это. Нет, у меня как бы тоже. Мне, мы раньше играли, когда она только стартанула игра. Мы играли эту игру, и у меня тоже были скины, у меня был другой персонаж. А сейчас, грубо говоря, все заново. Там был тест, а тут уже игра другая заново стартанула. Поэтому. У меня сейчас шестой сезон. Я на пятом еще заходил, когда у меня нормальный профиль был. Я на телефоне пробовал зайти, у меня все нормально, спокойно, нет, вообще нема. Так, окей, а что делать, как тебя пригласить? А, киска? Давай. Пригласить вверху? По-моему, вверху. По-английски. По-английски, вот как Мони Кука, если читать на английском. Время инглиша. I want to play with you, okay? У нас есть же одно место, да? Да, есть. Add to friend list and go. Подожди, а почему мне, блин, как у меня, какой хрен? Какой ты хрен? Пригласи меня. Геймер енот. О. Все, геймер енот. Вот меня пригласи, пожалуйста. Вот там всяких. Кого тебе, кого? Куда ты что сделал, не пойму. Ты меня во френд кинул? Спасибо за подписку. Нету, не знаю, что делать. Дай свой ник. МР Енотка. Вот как у тебя здесь, да? Да. Окей. Харт. Тут же, по-моему, да, приглашается МР? Через нижнее подчеркивание? Нет, видно. МР большое, М большое, Е большое. Какого игрока? Не существует. Р... М... Р маленькое, да? Е большое. М большое, Р маленькое, Е большое, но что? Вот, нашла. Вон, понять, что... Так, хард, 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 хард. Подождите, сейчас еще хард. Хард. 405. Где мое украшение? У меня же там 40 с плюсом было. Я был всегда здравствуй. Хард. Превосходный стрелок. Сейчас будет делать нам какую-то грязь. Я чувствую, это будет грязь делать. My name Hard. Да. Ну не в сети добавить друга. Ты зачем спрашиваешь это, когда ты находишься в лобби? Объясни мне, пожалуйста. Я десет не играю, в принципе. Паладинс я играю, может быть, завтра, может, послезавтра, честно говоря. Может быть, сейчас после этой игры мы уйдем. Ну, в общем-то, вот так, например. Я в твоем распоряжении на ближайшие 24 часа. Да? Что такое? Тебя бросили одного опять? Нет, я заболел и уехал от детей. Отдыхать. Ха! Нет, болеть. Ну да, я тоже так все время говорю. Харт. Привет! Дети, жены, няньки. Let's play she gives. И жены, и дети, и все няньки, которых больше, чем жены детей. Нет, такое количество. Они все за городом, в норме, все замечательно. Ну, вы любите кошечек, кошечек. Вот где ты, Харт? Я сейчас буду чай поставлю. Блин. О, ну, замечательно. Где Харт? Я не хочу быть такой ценой. Нет, Харда нет. Нет. На самом деле... Вон... Спасибо за поцелуйчик. Да. Не, мы можем пойти сейчас вот все, пойду, пойдет спать уже, да, скоро Степа, и тогда мы можем пойти поиграть в Паладинс, в принципе, если вы желаете.
Я не против. Только мне нужно будет, естественно, рестартнуть стрим, а переставить теги. В общем, ну поняли. Сиськи-миськи, поехали. Сейчас замочим всех. Ну вообще-то как бы у нас уже поиск идет. Ой, электрическая плита — это вещь. Харт, ну что ты такой изи? Я не знаю, где Харт. Where is your heart? You are not online. Where is your heart, Тип? You are not online. А, опачка, что-то нашлось. Что-то нашлось, не успел Харт. Пососем домик, домик, домик. Красиво так, кстати, просвечивает. Тут есть еще режим, я не знаю, енот, ты, наверное, не играл, не знаешь, да? Здесь два режима. Один режим стандартная КБшка, и второй режим на монеточке. Копать! Копать! В смысле а копать? Потом ты не видел этот режим, когда надо было закапываться внутрь? А, да-да-да, видел. Нет, видел. Не видел. Я ж тебя позвал, там уже... У нее есть рога! Вот это да! Так, ну окей. Че, на сундук летим? Нет, там мясо сейчас. На сундук не летим? Нет, давайте на запад. Ой, не долетим туда. Вот сюда. Куда? Я поставил. Раз, когда на дереве. Юху! Вы, кстати, в этот футбол играли, нет? Вот это прикольно было очень. Какой? Какой? А? Какой футбол? Какой? В этой игре был футбол. Мол. Нет. Нет, я не играл. Короче, я редко. Сэшо? Никит, привет. Нет, это Creative Destruction. Ну это мясо. Здравствуйте, там, мясо. Так. Как раз Харт меня добавил, и мы пойдем сейчас с Хардом вместе. Next game with Hard. Ох ты ж, мать моя женщина, сколько там. Ну даже не знаю, даже не знаю. Да не, мало-мало. Бывало и побольше, побольше, да? Прям залетело. Я понимаю, что ты так залетел, но у меня все подвисло. Опа! Я сейчас умру, он окно сдам! Паунс! Пока! А за кем я сижу? Енотка висит, окей. Как поменять наблюдателя? А, вот, все. Орех, я за тобой. Нет, а, отлично, тут меня сейчас убьют, короче. Боже. Ты от первого лица играешь? Видимо, да. Видимо, говорит, я только не поняла. Это мой ангар? Нет, это не мой ангар. Патронов нет, ничего нет, населена роботами. Слушай, у тебя три патрона, три врага должны умереть. Отлично. Хороший план. Вон бежит, слева, 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 слева бежит. Я вижу, что слева, из чего я его буду убивать? Засоси его. О, уходи, 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 пока он закрылся сам. Он сам тебе дал право уйти, понимаешь? О, енот очнулся. Мне его свалили, понимаешь? Я слежу за енотом, а у него ничего. Почему у вас фланг был? А, был енот, не стал енот. Давай, за тебя болеем, Франкс. А что за него болеть? Помнишь, он в прошлый раз нас подставил, да, под врагов подвел? Я так понимаю, сейчас тоже просто дело с лихоманом. Слева, ой, справа. Да у меня чувствительность маленькая. Все, замечательно, гоу. Ой, здесь еще и удар. Выход. Фу, ну что ж, не очень мы хорошо поиграли, но Франк даже... заработал что-то. Так, пригласить Франа Харда. Че, не закипел, кажется? Так, приглашаем. Какие-то вообще жизни. Чего? У меня лаги даже на просмотре. А, смени с ультров настройки. У тебя комп хреновый? Это не твой комп? Нет, ребят, не начинайте плясать, сейчас приду.
Снова розовые. Ой, какая милая девочка рядом с нами. Оу. Какой в настройке? Настройки, escape настройки. Она сердечки ставит. Классно. Ну что, у нас получается не готов Франкс и енотка. Сейчас, секунду, я зайду. А Франкс-то, по-моему, чаечек у нас наливается, не ошибаюсь. Да. Ну что, ребят, опять пользуясь моментом, хочу пригласить вас всех, те, кто подошел, смотрит или просто мельком забежал на стрим, пригласить наш супер-мега-дискорд, конечно же, ну и подписаться на мой канал, всегда буду рада вас видеть. И, естественно, у меня есть канал в Ютубе, который тоже нуждается в ваших подписках, лайках, ну или комментариях, даже если вы чем-то недовольны, все равно пишите, фу, киса, так играть нельзя. Мне будет очень приятно. А как поменять пол? А, надо зайти... У тебя внизу... Что? Отрежь писюн. Нет. Короче, у тебя слева вот тут типа находишь... Как он там крутится? Я забыла все. А, всё, нашел. Яйка. Яйки как крутить, да? Находишь яйко, отрезаешь и все. Ты блондинка? А что, незаметно? Очень заметно. Так, не готов. Франкс-то тут, нет? Франкс? О, какая... А, ты из-за скинца взял девочку, да? Да, у меня почему-то одежда только на девочку впадает, на мальчика нет. Two slaves on that does. Вот скажи, пожалуйста, откуда у меня на стриме англоязычный, например, народ? Все чей, что у меня стрим на русском. Прикольно же. Смотри, я сердечки ставлю, видишь? Так, а я тут. Давай, ставь, готов. А где моя гильдия вообще? О, давайте все вместе. Моя сердечко. Яу, игра. Два, три. Давайте сначала. У нас теперь по одному, смотри, девочка, мальчик, все нормально. Давайте на счет три. Раз. Да, у нас не получится. Три. А что делать-то? Ладно, все, окей. Ищем игру, ребят. 30 секунд, 58 всего. Но насколько мне дает опыт понять, что это еще не все. Скорее всего, на 58 секунд мы не найдем игру, это не страшно. И главное, не расслабляться. Сейчас обязательно возьмем топ. У нас Хар должен затащить. Хар, ты суперкиллер. Просто обязана затащить в топчик как минимум один фото, максимум еще раз один. Вот. А у меня еще, кстати, подарочек какой-то вот висит. Висит? Скидки неделя. О, кстати, я могу купить уже себе еще один сундучок. Судя по тому, что у меня есть... Ох, я не успела, да? Сундучок? В смысле? Купить. И? Штаны! Фу! Я хочу вот эту девочку. Кстати, у нее рваные колготочки прям. У меня была какая-то, блядь, там тыква крутая. Вообще все. Все просрали. Все сдали америкосам. Они решили, что с тебя хватит? Давай еще. Педики на велосипедике. Что у нас порекомендовать можно? Подписка. О! Да, енот, ты пьешь? В данный момент ты пиво пил? Нет. Я его только открыл. Ну вот, только открыл, да. Тебя же по звуку узнает. Кстати, вот Линс у нас на стриме тоже один из твоих, так сказать, старых знакомых, старых фанатов. Еще, так сказать, с тех самых времен, когда мы с тобой были друзьями заядлыми. А
то сейчас нет, да, ты... А сейчас ты вообще от меня ушел и вообще забыл про меня, так что, ну как тебе сказать? Мы с тобой тогда далекие друзья. Знаете, какая розовая девочка, знаете, какая розовая... Зайка. А у нее хвост петушиный. Ну и Мендозар... Я не поняла, почему ты не в голове стиляк? Енот. Потому что у меня по ним запрос. У нас есть... Нет, я не хочу это, я хочу... Давайте сюда. Да. Ну, либо сюда. Лунная пальма или... Кроличья земля. А можно лунную, кстати? Давайте... А что мы снижаемся-то? Да, а что мы... Нас под это... Не, нормально, мы поставили точку, блин, и свалили в другое место. В смысле? Мы лунную поскакали? Я не долетаю, поэтому предлагаю, знаете, куда? Вот сюда вот. Мы не долетим. Ну, в принципе, могли долететь, но давайте, я не против. А, с нами этот... Меня дробаш, да, просто забрал. Молодец, где-то ветки мы... Ты отдалил от себя. В смысле? Я никого не отдалял, я всегда сюда рада со всеми. Это нормально, сразу с гранатомета херачит. Пока, енот. Мы запомним тебя молодым. Кого? Или что ли? Если у меня есть снайперская винтовка. На меня лишняя, типа того? У меня нема. У меня тут дробовик только. Ты тоже успел кого-то побить. Мне показалось, здесь кто-то прибежал, пролетел. Прибежал, я уже его снял. Опа! У меня здесь это... Да-да-да, в доме прям это. Не, не в доме, внизу. Он в доме на первом, не, на в доме. Первом этаже. Меня снял. Да-да-да, первый этаж. Второй вообще-то. Я его все равно убью! Да, вот так, я все равно убью! Че он тут собрал? Иди сюда. Да, две снайперские винтовки. Подождите, у меня есть драка. Стёп, ты тоже сдох? Да, да, да. На! На! Кровь еще не успел. Простите, простите. У меня патронов нету. Кто еще? Где? Слышу звон, не пойму, откуда он. Ай-яй-яй, патронов нету. Оба. Привет, тоже с дробаша. Меня кнокнули. Меня сбил игрок, помогите. Сволочь. Меня Хард, зовут, следим за Хардом и Франкс, я слежу за Франксом. Да, что за мной следить? Я двоих убил, ничего не знаю. Я одного успел. Одного. А Хард бегает как каждый. I killed two men. Go top one. Левый чувак, почему он его не стреляет? Кто? Я слышу за Франксом, не знаю, я не вижу. А я за Хардом. Пришел за тряпочкой, ну прости меня. Я отведу, хотите, я уберу подальше микрофон, вот так. Пойдет так? Линзу пойдет так? Справа, а слышишь, стрельба? А где они? Хардом, с Хардом. Есть одного кнопкнул. А второй где? Я их просто не вижу. Нех, не отвечу. А, вон они где были. Еще один, да. Опа. Все, дал. Один хедшот. Не знаешь пока, говорит. Давай я буду говорить так. А? Кричать буду. Тебе в зону идти, кстати. Ух ты, какая пушка розовая. Слева. Франк, слева. Да, мне туда не залезть попросту. Застройся. Хак, speak to us. Speak with us. О! Да, я нормально, он еще одно. Давай, добивай. Nice, very nice. Please up to me, I post the other. Есть пятерки лишние? Окей. Сейчас сзади что ли стреляют? Так, где же он?
уничтожение пишется, где же он? А почему я не вижу сообщение Экса с Ютуба? Странненько, очень странненько. Ай. Да, он просит меня сабнуться. Так, как там пол менять? Отрезать себе. Что нахер и все? Она так. А где Экс? Я его не вижу. Не вижу в подписчиках Экса. Честно говоря. Да? Че, за кем мы смотрим? За Хардом? Дайте посмотрим за Хардом. Тогда давай на этого, на Фанка пошли. А, Хард с хвостиком. Так это мило. Так, мне зон надо, да? А как поменять-то это? Ты уже там вышел, внизу что-то? Персонаж ищи, короче, там бьет это. Вот это слева у тебя, видишь, менюшка? Прокрути ее в самый низ, и там будет персонаж, по-моему. Ха на тачке. Нет, не вижу. Я сейчас участвую, Линсу, в программе обмен подписок на Ютубе. Прокачиваю Ютуб. Что? А? Не, ничего, ничего. Прокачиваю себе Ютуб канал, поэтому. Блин, как поменять-то? Взаимопомощь, типа того, идет. Как же махнуть-то? Все, хочу заняться роликом одним. Давно хочу. Лень матушка не дает. Но, тем не менее, здесь куча лута, очень много лута, но, по-моему, так себе лут. А того, что на горе золотал? Розового, то есть золотого ничего нет. Карт не наш, он не русскоязычный, я так понимаю. Да, говори с ним на английском. Поэтому... Вот, пусть енот говорит. Ты говоришь Дискорд, а он не сидит. Он на стриме, по идее, должен меня слышать. Он со стримом. Зайчик переоделся. Кто, Франкс переоделся? Да. Справа стреляет. А, да, я знаю, но... Блин, тут как пол сменить-то? Ну, я не знаю, откуда... Ты не нашел? Нет. Сейчас. Ох! Давай, молодец. Хорош. Супер стрелок. Я обратно в зайчика. Я обратно в зайчика. Оставайся таким. То из зайчика, то зайчика, то из зайчика, то из зайчика. Шарик входит и выходит. Замечательно выходит. А вот этого, думаю, не надо было говорить. Бегите из зоны. Тебе кинули, вон, видишь? Кинули, тебе забери. Thanks. Да, я думаю... Дофига, блин, нифига тебе еще одна. Просто поделился, иди в зону, в зону, в зону, в зону. Быть тебе зайчик на зоне. Страна, прописка, история, видим. Альбом. Там, где облики, нажимаешь на базу, а потом, получаешь, вниз прокручиваешь, там персонаж будет. Да. Вот слева в менюшке, которая. Справа стреляли. Я понял, что справа. Right side. Еще раз стреляется. Франска вот убил, умничка. Франкса не остановить, поняли? Вот это как, знаешь, СВП стреляет, так только примерился, чпокнул и сразу получил голову, даже особо не целясь.
это вот КС чувствуется, КС уровня бог, да, калаша, глобала, глобала. Кисток, давай ты можешь спрашивать, откуда растут перья, ладно? Перья откуда растут, да я могу представить, куда были вставлены данные хвостики. Анальная кусочки. Кровь. Вот ты мог это вслух не говорить, да. А Степа, ну... Да. Фу, Степа, фу, быть таким. Плохой мальчик, плохой. Кодов много. Как на английском будет, у тебя есть лишняя глина? Do you have some spare глина? Вот. Do you have some spare глина? Глина! Там же у нас голосовой чат есть, поговори в голосовом чате. А как, типа, на какую кнопку? Просто орёшь микрофон, сука, дай патроны! Ему глина нужна. Какую кнопку реально войс? Hard, do you have some spare? Глина. Глина. Building materials. Tie 1, tie 2, tie 3. Смотри, что вам нужно. Чё, а я не слышал, о чем говорил. Создание трамплина материала. По-моему, там достаточно этих кубиков. Я трамплин делаю из кубиков. Для трамплина надо 6 глины. Слева, видите, там вот постройки на домах. Да, вот кто-то сейчас смотрел. А, да, кстати, надо материалы. Это собери домик. Че, 27 живых, ребят, 25 соперников. Давайте, берите, выживайте. На 75. На Е, на Е. Е 75. Всё. Нокнут. Сняли? Нокнут. Понял. Убит. Hard killed him. Я за Хардом. Я тогда пошел за Франком. Давай, каждому по одному дитю, да, на руки. Разбирай второй домик. 23 живых, ребят. А, вау, это что такое? Ох, надо дробовик патрона. А, ребят, двое на АВ. В далеко, двое, вон на гору бегут. По стройкам подбежали, видишь, по стройке? А, нет, не вижу. А, вон, понял. Постройка, постройка. Кто-то его кнопнул, но это не хард кнопнул. И вверху на горе еще один стоит. Внизу, 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 внизу. Смотри, внизу двое, один, наверху подошли. Еще. Не, на какую кнопку голос учат игры? А, еще сверху на... Я говорю, на горе еще был. На В. Да-да-да, на горе. Я и сказала. Проверь выше постройку на горе. Прям стоит наверху. Возле постройки. Блин, мне бы для трамплина реально было бы. Кто к тебе прилетел? Ага. Прилетел именно? Да. Да. Убит. Меня нокнули. Я за. В дом захожу, в дом, 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 дом. Он ставит, ставит, ставит. Давай. Апай тебя. Там они стреляются. Не по тебе, там 4 человека. Там они сами собой ругаются. К нам бежит один. Кажется. Подлечись. Тебя кинули. Увидел он двумя пони с ручкой в жопе? Нет. Пони с ручкой в попе? Нет, в жопе. Нет, в попе. Там постройку построили внизу, видишь, под горой? Еще. Вот там он стоит, лежит и стреляется с тем, кто справа. 500 рублей, чтобы это говно купить. А справа тоже постройка. Видите, они высотные дома строят друг другу. Вы не в зоне. Вы не в зоне. Да-да-да, надо. В зону. Гон ту ария. Ку. Ку ту сокол. Нет, Франк, я бы тебе не доверил строить свое жилье.
Красиво, так хаотично, знаете, это творческий беспорядок. Мяу. А, сзади. Франкс, сзади еще. Со спины. На 165 примерно строится, чувак. И еще. А я таки устроил. Вот, построился. Поздравляю тебя. Меня сняли. На 165. Внизу. У пляжа, у пляжа. По ним сейчас тоже сработает. А, все. Шестое место. Sixth place. Good job. Не топ-1, но good job. Выходим. А как посмотреть статистику боя? Если я вышел из этого. Не знаю. А, вот статистика. Так, чё, енотка, мы тебя... Вау. Ух ты. Вау, котёнок. На пушке, посмотрите на это. На пушке? Да, посмотри, висит, видишь, на пушке котёнок. А, да-да-да. Покрути его. Или класс. Это котёнок, или кто это? Нет, это волчонок, кажется. Волчонок? Да. Ну, на пони денег не хватило, извините. А чё за штопор у него там торчит, извините? Он же тебе сказал, какой. Из попки. А, я не готов, что ли? Да. Я готов, 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 готов. А как третьего лица поставить, я забыл. F1 там был? Да, F1. Да, да, да. Знаете, какая пушка у него? Видишь? Наконечник какой у этой пушки, а? Такая влезет, так влезет. А потом не вылезет. Там было еще поднять с ручкой в жопе, вот, но это было слишком по мне. То есть штопор в попке нормально, да? Ручка в попе, это уже ничего. Это уже не очень. Ну, там не фоне, там пушка видно. Sorry. It's okay. Very nice job. Так он же какой-то... Что, что, что? Карт. Я был говорящий, я был. Да? Ну и? Да. Ну что, ищем? Кто ищет, тот найдет. I'm bad? I don't think so. Блин, я вот привыкла то, что в Апексе при падении не сносится урон. Да, но я видела, когда человек упал и снес себе урон. У меня даже клип есть, по-моему, да, я делала клип. Скинула. Меня в Апексе забанили. Ну, да, я споткнулся и получил урон. Да, он споткнулся и получил урон. Ну, я говорю, я скидывала. Мне надоело играть с читерами, вот, я решил... их поконтрить, вот, купил чип за 300 рублей, нет, там что-то больше, вот, установил, запустил Apex, я не успел запустить, меня забанили, вот, я понял, что... Основной аккаунт или Основной аккаунт или фейк? Основной, конечно, он идет ва-банк, как настоящий мужика, на мужика, типа, понимаешь? Ну, мне, честно, да, ты там высовываешься, тебе сразу же голову дают, вообще, неизвестно, какого расстояния, просто откуда-нибудь. Я играю, мне ни разу такого не было. Ау, яу, яу, танцуем, яу, яу, яу. Сёп, ты когда спать идешь? Не знаю, пока не собираюсь. Ты завтра что, не работаешь? Работаю. Мужчина, убери свои руки от меня. Почему нет музыки? Хочешь паладина хотите, что ли? Нет, я просто думаю, у тебя время-то уже сколько? Нормально. У тебя это время не московское, плюс 4 часа. А почему Франц дает поджопник мне? Я не знаю. Раз, копа, и поджопник сейчас будет такой. Бэнк, есть поджопник. Не знаю, у меня девочки справа, мальчики слева стоят. Кому там поджопник, я не знаю. Я вообще посередине стою. У меня. У всех посередине, просто Франц справа от меня, вот. Он так делает последнее движение, поджопник не у меня. Как вы это делаете? А вот внизу у тебя иконка танца, видишь? Да. И там один.
Я. Надо бы мне, кстати, сделать клип, как у меня пацаны танцевали, а я одна стояла, было очень клево. А ты видела, Кис, что у меня там сзади еще? Смотри. Да. Не спрашивай откуда. Я могу представить. Я могу показать пальчики, да. Кто-то даже вслух сказал. Я знаю, что это такое. А Степа тоже хочет. У него дома есть свой, он вставляет дом периодически, балдеет. Ага, да, и после этого его вставляет. Все нормально. У каждого когда-то было это. Хвостик. Вот не надо. Да-да-да. Да-да-да. Прямо сейчас. Эх. Эх-эх. Ну что ж, ребят, пользуюсь еще раз моментом, пока у нас идет поиск игры. Уже 4 минуты. Я хочу предложить вам всем присоединиться. А ты почему-то отменил подбор? Потому что у нас 4 минуты ждалось, я запустила заново. Хочу пригласить вас присоединиться к нашему супер-мега-теплому дискорду Stream World. Ссылочка вот там под описанием внизу, под стримом, если вы спустите глазки, посмотрите. Ну и, конечно же, заходите ко мне почаще. Я буду очень рада. На автоматизме говоришь? Конечно. Из стрима в стрим ты это заучишь настолько, что примерно половине фразы ты вспоминаешь, что ты говоришь эту фразу, и думаешь, блин, а что я уже сказала? Что я уже не говорила? Примерно так. А смотрите, у меня большой и черный наконечник. Мы про это уже говорили ранее, енот, ты тормозишь. Мы твой наконечник, так сказать, еще с самого начала. Нет, я думал, ты про пушку большую толстую. Не-не-не, мы именно гладкий, блестящий, твердый наконечник. Ух! А на английском слабо, кому нужен этот русский? Ха-ха-ха, хлинцо. Разводила big, местный. Big, white, yeah. Dark. Нет, он про приглашение в Discord имеет в виду. На английском. В этом домике уже была. Фразу эту. Обязательно когда-нибудь для тебя я выучу. Когда начну говорить на английском языке, я буду говорить эту фразу. Я буду говорить весь стрим на русском, а эту фразу буду говорить на английском. Енот мне эту фразу на английском напишет. Ну, типа, ой, хочу предложить вас супер. А вон еще одна тачка. Видишь, на Франкс катается. Франкс катается на ней. Так, ой, енотка в топе. Енотка есть. Енот, ты попал на эту. Скриньте его! Он затесался в самый низ этой цепи. А мне нравится у него больше, чем, например, у этого вот. Кто успел заскринить? Это было обидно. Я думаю, я буду в топе. Ха-ха-ха, не оценили вот. Гладкий черный. Че, куда? Куда? А может, райскую винозельню? Поставьте точку. А давайте западное озеро. Там нормально лучше. Точку поставили. Поставили. Не ссать тапки. Линса, ты все хочешь мне шейху продать, да? Скажи честно. Почему странные флаги? Ой, блин. Чувствую, недалечу. Че это? Ты один сейчас, этот парашют и просто лети медленно, все. А, ну да. В чем проблема? Не, я бы долетел. Чуть не испугался сильно. Даже я долетаю. Ну а ты глянь, сейчас на эту группу взятали Франции, там Америка где-то. Ну да, здесь несколько сезонов, несколько этих биомов, типа того. Нет, раньше я помню тут, когда лутался, тут на горе большой вот этой, который сейчас зимний, был дом большой, и там 3-4 сундука было. Чё за скейт? Ребят, с нами кто-то падал? Я падал. Я не заметил. Падал, да, Стёп? Нет. Я не заметил. Енот, ты в моем домике лутаешь, фу быть таким. Говно. Ой, здесь розовый лифчик был. Куда бы мне пойти? Куда пойти, кого податься? Кого бы найти, где полутаться? Большой дом залутали уже, да? Я вижу одну броньку и вижу одного медвежонка.
Слушайте, а что такое скит? А? Скит, как скит бозов. Чем? Скитом. Скейтом? Я, кстати, тоже не знаю. Это когда прыгаешь, типа, нажимаешь левый контрол и на нем катишься. О, а на тачке можно кататься? Да, по идее. Ой, совсем не в зоне. Так, мы совсем не в зоне. Ничего страшного. Чувак, на 210. На 210? Машины едет чья-то. Это моя. Ага. Эй, почему я не могу заехать по ней? А где там на 210? Я так и не понял. А. Вон он. Сейчас. Ты сама говорила, что хочешь на английском языке. Надо начинать с фразы одной, да? Попрессую. С одной фразы надо начинать? Мне нужна аптечка. Я не успел. Мне нужна аптечка. Опа-на. Засосали тачку, ребята. А у меня вопрос. Какой? Никто не забирал ем случаем. Я могу сейчас отдать, подожди. Окей. Спасибо. Стреляют. Ай-яй. Где стреляли? Кого стреляли? Стреляют откуда? Орёх, хилься. Нечем. Где стреляют? Скажи точку. А, где-то 150 примерно. А. Да. Где аптечка? Всё, я вырубил. Да вот он. Ребят, нам зону надо, да? Да. Прям под кустом, если не материалы. Патронов нет. Ну вы держитесь. Так. Турбовик выкинуть. 72 патрона всего лишь. Всего лишь? У меня ноль. Тебе какие брать нужны? Девятки, видимо. А, у меня есть девятки, 60 патронов. Подъем, который. Подъем, да, девятки. Там далее уже развиться языка по теме водка, матрешка, бабушка, Кремль, Путин. Ц? Нет, Ц, нет, Х. Наташа, секс давай. Енот, давай ко мне, да я тебе дам. Я рад. Хоть когда-то, да, без всяких этих уламываний, этих уговоров дают спокойно. Так, The Black Legend, ребят. Чувака надо лишить его легендарных яичек. Не уверен, что получится, раз он так хорошо играет с мулет. У нас есть хард. Енота, почему убили енота? Почему он с хп 5? А где он? Поднимите его. Енот? А, его зона шмалевает, наверное. Упал, где он упал? Енот, не молчи. Его подняли. Норм. Можно я не буду это читать? Хард, спасибо. Хард, thank you. Так, видите здесь постройка. Надо собирать. Все залутано. Есть оба. Чувачок. Да. Стреляю, помочь. Так, у меня помощь есть нужна? Чувачок. Да. Есть, мы с картой забрали. А где именно, да? Апа, он тут. Сейчас. Примем, зажму с другой стороны его. Ну блин, я его почти же убил. Что это такое было? Что такое? Хаеска. Ух ты. Не, не. Так, мне нужно похилиться, а мне нечем. Иди ко мне эти бинты. Не, я тут нашла бы бинтики. Первый раз такой, что вообще стрелять не из чего, кроме дроби. Ну вот тут есть что-то. О, 4 патрона есть. Замечательно. Ага. Так, что тебе дать? Девятки. Давай. Есть, спасибо, все.
правда их у меня уже стало меньше. Опять... Что тут дробовик? У меня какая-то вот это. У меня патронов нет до сих пор. Теперь у меня Fortnite, это не играет здесь страшно. Ни хрена себе, а далеко, стреляет. Ребят, на Ешку. Да, вижу, вижу. Ну, у меня нету снайперки, нет. У меня дробовик. Нифига себе, блин. И у меня 16 патронов. Ай. А, у меня патронов нет, да. Там лежит один. О, тут нас рашат, ребят. Да, рашат один. А двое там. Вы вырубили Блин. Того, что рашат? Да, сзади убрали. Хорошо. Боеприпасы кончились. Оба. Блин, по 8 дамага наношу, ребята. О, у меня 30 патронов здесь, аллилуйя. А вы где? Вы рядом со мной, ребят? Да. А, меня сейчас убьют таким макаром. Патронов нет, все. Ну вы держитесь, на один дробаш осталось. Я за горочкой была. А, мне пятерки нужны, срочно. Сзади, Раша. Сзади, сзади. Сзади? Вырубил. Ой, фраг сыграет как бог, ребят, есть там это? Еще один. Nice. Сзади нас еще расстрелят, сзади. Да. Патроны есть? Мне прилетело, кто-нибудь поднимет меня? Ракета. Ай, зарашил один. Хорош. Убежал. Сейчас там сбоку. А, это они между собой стреляются. Оказывается, этот совсем дохой. Да. Я лечусь. Стёп тоже лечусь. Апните меня, кто рядом со мной? Я. Ай, стреляют по нам, откуда? Кто? Где Ешка? Оползи назад. Давай. Это турель, тварьская. Еще на 120. Ой, удобно, блин. Удобно за деревом. Ну, Стёп. А. Меня вырубили. А меня этот, как включить голосовой чат? Ребята, отходите, меня вырубают на эске ровно. Спустись вниз просто за это. А, красно. Все, сломанный автомат. У меня патронов нет, просто нет патронов. Сейчас все будет. Вапните? Меня просто с этого убили. А Харда когда убили, ребят, чуть не пойму. Эх, вместе убили. А с гранатомета убили. Хи-хи-хи, нормально. У меня патронов было очень мало. Девятки я все расстреляла. Так как это можно выключить, а? Что именно? Все, вот. Появился наконец-таки. Я одного. Хард 3, Франк, Роуз, Орех, тоже одного. Енотка 0. А мы выйти, да, уже должны? Да, выходи в лобби. Надо дробаш на ближайшую, Да, но я ближе не могла подойти, ты же видел. ДПР. У меня был дробаш, но меня били издалека. А у меня был... Хотя вам папа урона больше, но... Только дробаш, и все. Я ДПР только. Так, Франц, получай, Хард, получай. О. Лайки. Забрать. Так, все, вы готовы? Замечательно. Ну, давайте, наверное, последний бой на этот раз. И все. Потом уже можно будет, если мы еще будем не хотеть спать, то можем поиграть в Paladins. Ура!
блядь. Если. А ты почему, Франк, с ней пишешь? У тебя что же, по-моему, уже довольно-таки поздно. Я не сплю, потому что мне сегодня спать до 5 нельзя. Че это? Мне сегодня в 5 секретное дело. А будильники на меня вообще никак не действуют, я просто верю. Че ты спать гонишь всех? Ну кому-то завтра на работу, Линца. Не буду показывать пальцем на Степу, но кому-то завтра на работу. Я до часу могу вполне себе позволить. Тебя час через 10 минут, если что. Да. Хорошо, еще даже 40 минут я могу вполне позволить. Сон в 5 часов, продолжительность 5 часов вполне нормально. Да. Шоколадку мне дали. Мне вот так больше нравится. Получить. И что, теща пусть там заботится, ну блин. Заботится? В смысле боты, которые... Нет, теща заботится о его сне, типа, гонит спать. Придет и скажет, что ты здесь расселся, старый пень, иди спать. Теща, я скажу, слышь ты, козлина. Теща, он так не скажет, ты чего? Теща так говорит. Почему моя дочка до сих пор не в кровати? Я не знаю, после, может сказать теща, поэтому... В смысле, у тебя теща нет? Это у меня просто в Питере. Тебе повезло. У меня замечательнейший человек, потому что живет за 800 км. Да, я всегда тоже думала, что если будет теща, то лучше, чтобы она жила далеко. Не, она живет, сам при этом, далеко, но в 4 часах. Если надо, то, ну, может приехать, но... Самое главное, что далеко не так, что, знаешь, надо приехать один раз и прям на пару недель. Вот это было бы жестко. Амазон выпустил в продажу браслеты, которые бьют тебя током, если ты ешь слишком много фастфуда. Называется жена. Я фастфуд не ем. Привет, откуда у него такие скины? Задонатил. Правильно, задонатил? Нифига себе. Не-не-не, я восстановил. А как? Написал, ну раньше же задонатил? Да, раньше, конечно, да. Ну вот. А вот если у меня раньше был аккаунт, это нормально. Можно его купить? Пока все. Итак, есть енот здесь? Есть енот? Нет, я же убрал это. А-а-а. Это розовый мальчик, а? Самый привлекательный. Гуру стиля. Ну и какой тут стиляга? Хазантап. Какой-то. С луком. Мало задонатит для этого. А я не знаю, сколько здесь какой здесь донат предел. Нам если приземляться, то только мельничную долину или тайный источник. Небесное око. А почему он падает? Ставьте точку. Да мы думаем еще. Давай сюда. Да, давайте. Please. А мы вон куда летим? А куда ты летишь? Чё это? А? Да даже на парашюте не долечу. Чё это? Да вон. Я на высоте уже маленькая для парашюта. Ну, значит, внизу утайся. На подножном корме живи. Виталик стиль 976, 978. Я думаю, сейчас будет Виталик стиляга написано. Стиляга. Стиляга. Стиляга из Москвы. Так, что у меня? Скорелька. Нормально. Зеленая скорелька. У меня аптечка и. Ни хрена. Круто. А у меня два кубика блядского. Наслаждайся. Блин. О, у меня УЗИ есть. Мне бы желательно, о, сундучки, конечно. Сундучки. Сундучки. О. Смотри, из Нигерии какие-то типы. С чего ты решил? Что из Нигерии? Киса, есть снайперка. Круто, где? Чё, где? У меня, я тебе отдам ее.
тобой. Дай мне снайпер, ты знаешь, чем всегда заканчивается. Нашей победой. Тьфу ты, ваш парень из Умана. Hard, where are you from? О, у меня есть чуть-чуть брони, это хорошо. Боулинг-бомба? Что за боулинг-бомба? Ну, кинь. Только, пожалуйста, не в меня. Мне тут раз горячей попы хватило. Ну, это понятно. Если снайпер повернуть, отдать? Так, что это такое? О, привет. Такое... Киска, дрыся! Что? Есть у кого дробовик, ребят, лишний? Нет, ты стебешься реально? Ну хочешь, дам. Я открыл, ты все спиздила. На, не плачь. Бери. Панк, я там тебе УЗИ скинул. Да у меня такая же херня. Ну ты что хочешь, вот она упала. А. Давай. Ну отойди, я заберу. Ну все, он забрал. Вот ты стоял слишком близко, ну. Блин. Это кис, а да кис, она... Ну, нет, все, я обиделся. А дроп... Что, мне забирать? Да, забирать. Нет, главное, главное, мой ящик очистил, а я обиделся. Я еще вернулся. Тут броня, ну зачем он поставил? Кто там стреляется-то? Я броню доставала. Ящичек. Мне нужен калаш или что-нибудь рядом с ним. А мне дробовик. За Уманом гоу. Кис, а мы бежим из зоны, если что. Есть. А я в курсе, и чё? Тут сундучок. Нет, ладно. Ты. О, привет, снайперка. Пусть и чуть-чуть голубая. Голубая луна. Голубая луна. А, тут этот... 25% на у меня фул. Щит. И снайперка еще одна нужна кому? Фу. Какая снайперка? У тебя ФАМАС, кстати. Да у меня дробовик. О, ВП. А, можно? Если у кого что-нибудь прицел, у меня вообще нема. Ой, стреляет. Стреляет. Вот тут издалека стрелять. Ой, это дробь. Ага. Откуда стреляли? Да, 15. Привет, это Фортнайт? Нет, это не Фортнайт, это Creative Destruction. Это Фортнайт для мобильных. О. Я даже не вижу его. Он. А на, я говорю, он. На, ребят, на N15. Так, я минус брони. Не, а можно забрать у меня ВП, ребят, меня нокнули. Не люблю я ВП-6. Ползи как здесь. У кого моя снайперка была с прицелом? Енот, дай мне снайперку, забери ВП. Ой, снайперку я... Ту, которую Степа скидывал, ты забрал. Ее взяла фиолетовая, это она и броня. Ребят, РБ, блин, сможешь забрать? Я все вернул. Машина поехала, машина! Степа, сзади! Он поехал дальше. А, я попала. Чуть-чуть. Четкий зад. Он нокнулся. Бежали к нему. А, сзади. Степа, сзади. Ух ты, сволочь такая. Лечись, есть чем лечиться? Я и прибью сначала. И на септичке. Септичке. Немножко могу прилиться. Как вы тут? Поехали. Лечусь. Тут дробовик есть синий, кстати. Групповик есть синий? Дробовик синий. Сильный? Сильный групповик? Где-где-где-где-где-где. Вот тут вот енотка. Чего енот? Опять везде енотка, да? Ты что у меня окружаете? Хард далеко. На 10 миллиметров оса. Спасибо за это, ребят. А ВП заберете, ребят? У меня есть. Хард.
У меня ВП. Мы будем выдвигаться из зоны. Есть какого ну, патрона дробовик? Скинула, да. А то мне вообще нема почти. 12-й? Да, 12-й. Да, да. Скинула. Окей. А вот 5-4 патрона. Так, а у меня 9 есть лишние, кажется. Да, есть. Выбросить. Я все выбросил. О, СВД. ВП. Так, патронов не очень много. Он говорит по-арабски, а я его не слышу. О, ВП синяка. 5 патронов. Надо получить арабский. Я не знаю, как на арабском будет моя длинная фраза про Дискорд. Есть кого в принципе? 5 штук там, 4. Есть, есть, подбеги ко мне. А кто говорит? Орёх. А, ты еще по голосу не узнал, что ли, что ты не поняла? Я по голосам вообще почти никого не знаю. Че, даже меня? Я только тебя там этого. Ту... Блин, я ник не помню. Дебил, енота, да, понятно. Ну, если честь, что у нас помимо енота меня остается только один орел. Да, енота, кстати, помню тоже. Так. А, вот он. Нормально. Сейчас подбегу. Где там ты-то? Ай, блин. Сори, я думал, ты залез туда. Листик синий нужен, нет? Залез мне туда? Нет, мне ладно, нужно. Сюда. Только потрошки. Только потрошки. Только хардкор, понятно. Ребят, у нас зона в жопе, нам бежать надо к ней. В курсе? Да? Так она уже идет, а? Да, я так понимаю, зона. Да, да, а, уже идет зона. Нет, нет, пожалуйста, не бей меня. Я бегу. Хард. Хард. Зачем? Бежит. У нас енот Франка остается. У меня места нет, Хард. I have no place. Правильно говорю? Ну почти. Я сейчас поставлю трамплин, если кто хочет. Почти. Там мы... Блин, это смешно. Там мы когда в ТЭС играли, там на босса пошли. Там босс один был корова какая-то. Я вот тоже пытался объяснить всем, что бейте корову. А, быка. А по... как... Биг Ков, по-моему. А, Биг Му, по-моему. Биг Му? Да, так называется, да? Если что, трамплин уже поставил. Это так говорил, да? Да. Kick fucking му? Да, 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 да. Kill big му. Я забыл, как корова и бык. Я тоже хочу кататься, как вы, алло. Как то? О! Ай, стреляй, стреляй. Кто где? Где-то прямо. На 15. Да я в голову дал ей. Как она да, выжила-то? Добью, пожалуй. Как можно в голову 50 хп? Это такая самолет, нет, это доска. Есть у кого бинты-то лишние? Тут были бинты. Чего лишние? А что это такое? И аптечки бинты. Есть, бинты. А, бинты. Нет, мне бинты именно, аптечки есть. Есть бинты. Я, короче, в роли медика буду. Буквы не перепутай. Сарказм. Засчитано, да? О! Я запустила доску первый раз. Ну как она муторно запускается, алло. Тут есть, кстати, тачки, можно на тачке прокататься. Да? Да. А как так Франц, блин, вперед шибанул? Да потому что надо этот использовать. На F, на G, на G, типа... Да, 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 создавать из глины.
Вы этот ни разу не играли, что ли? Fortnite, что ли, не играл, да? Нет, это же так что. Пистолет, пулемет, оса нужна, ребят? Ну. А кто стрелял? Зона, это зона, это зона. А, зона шмаляет. Мне показалось, что я выстрел увидел. Все, подавай, строй мне дорогу. А, есть глины, трамплин на дороге. Свою надо иметь. Да я покатался уже, чтобы не умереть. Глиномесы. Фу. А звучит противно, да? Да, кстати. Да не получается. В Апексе? В Апексе катаешься поприятнее. Да, кстати. А в Апексе тоже кататься? Там да, зажимаешь там конт, и там прям такой, да, как бы, знаешь, типа садишься на попку и поехал с горки. Ну, чисто с горки. А я за этого робота играю на какой-нибудь возможности с помощью крюка. Блин, как карту делать? Потом... Что? Как карту делать? Он до сих пор на этом, на борде катается. И я тоже, видишь? А, нету. Как? Зажимаешь контрол и поехал левый. Подпрыгиваешь, зажимаешь Ctrl и... Не знаю, здесь построй и тут зона. Шесть если человек, меня ребят. Убьют, считайте меня коммунистом. Пять человек осталось живых. О. И. Ой. А откуда стреляют? А. Они там между собой. Ой, извините, позицию стрелял. Вон там склад на 30 градусов. На сих... Ой, фу-то, на фиолетовых постройках. А чё у меня АВП вообще не точно стреляет? А может проблема в руках? К вам летит, харды в теле. А, понял. Полетел. Ну, вырвал, нет? Еще, ребят, рашит, еще один летит ко мне. С моей стороны. А! Меня вырвали. Как-то... Ах, он меня врезался. И застанил меня, вы представляете, можно врезаться и застанить. Ты все, да, уже? Да. О, у меня ВПХ есть. На фиолетовой постройке. Вижу, вижу. Вниз упал. Степ. Вниз упал, да. А, енот. Еще один на дороге, кажется. А, нет, показалось. Нет, не показалось. На сиреневой постройке, на серой, точнее. В смысле, лучайзер какие? Ай! Ай, меня вырубили. На синей постройке у нас на стороне двое. Упали вниз. Хера не вижу никого. Сзади, енот, сзади. Еще один. А, без понятия, честно. А, бля, прям к нему подошел. А-а-а, пока! Честно говоря, я фиг знает почему, честно. Вообще не представляю. Ой, я уверен. О, чатик улетел. А он не пробовал этот наводить на врага? Прям нет. Так, на рандом стреляет с дробовика. Да. Ну копашку убил, серьезно, блин. Вы видели?
Он один остался из всего склада. Ну что, все, ребятки, я думаю, на этом все, да, с Creative Destruction. Все. Ура, ура, ура. Вам спасибо, ребятки, что вы играли. Я даже одного убила. Я тоже одного прибил. Ну что ж, давайте, наверное, сейчас пока делаем перерыв. Я пока поставлю все теги. Да, мы третье место заняли. Heart, thank you for you very much. И мы идем, наверное, таки, да, мы идем в Паладинс. Мы идем в Паладинс. Наконец-то, мне кажется, нормальный мир. It was very nice. Ну, сказать так. Thank you. Thank you. Heart, we love you. You are the best, my friend. You are the best, yeah. We love you from the deep of our heart. Это как мутко. Ну, не забываем, ребята, подписываться, лайкать, заходить, писать хоть что-нибудь, даже если вы считаете, что было все очень хреново. Сейчас, 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 погоди. Что? Я у тебя там это на... Что? Вкусняшку. Что, заходить в Паладинс, нет? Да, сейчас я буквально... Еще, сейчас, конечно, у тебя вырубится стрим на этом моменте. На каком моменте? На каком моменте-то? Я не вижу. Как долго момент-то будет ждаться? То есть, то, что у тебя подписка появилась платная тебе... А мне не показалось еще. Ну, где там? Вау, вау, Я не знаю, ты настрой свои эти. Ты настроена. Да нету ничего, не приходит, посмотри. Они считают... Нифига себе. Они считают, что твоя эта подписка не, нет, не нуждается в озвучке, что она и так, типа, есть, и это клёво. Вот педераст. Ладно, ходи в Паладинс. Ладно, все, давайте. Буквально 5 минут перерыва, пока все настрою, вернусь к вам уже с другой игрой.